Чичик. Всем здорово, ребята. Привет, привет, привет. Здорово, Фархад. Снипер, здорово. Привет, Старскрим. Привет, ребят. Ассалам алейкум. Привет. Сегодня мы решили поиграть маленечко вот в эту игруху. Мы ее давно хотим поиграть. Будем играть с Юрой, который мне ее, в общем-то, и подарил. Юр, привет, привет. Всем привет. Привет. Вот. Юра, он ее немножечко уже знает, а я-то ее вообще, можно сказать, не знаю. Вот сейчас будем учиться в нее играть и будем изучать моря и океаны. Ну, если повезет, если нас не грохнут, если я сам себя не грохну. Вчера пока настрой. Давай, поднять паруса, да? Да, давай. Начну. Вчера мы поехали просто попробовать, как она работает у меня. Заехали на какой-то остров, и я там сам себя убил об скелета. Он с какой-то бочкой ко мне прибежал, она взорвалась. Я хотел его застрелить, но почему-то бочка не прострелилась, почему-то взорвалась. Это очень странно. Юрка, ты в нее играл маленечко, да? Хан, здорово, привет. Ну, чуть-чуть не поиграл так, совсем малость. Потому что ты сказал, что не хочешь мне, ну, без стрима начинать. И я как бы тоже не стал. Ага, понял, понял. Ну, сейчас, значит, будем с тобой изучать, что там да как. Так, почитал, посмотрел. Ярик. Мне о, Ярик, спасибо большущее. Спасибо за подписочку, Ярик. 18 месяцев уже подписывается. Красавчик, Ярик лучший. Спасибо большущее. Так, мы в каком-то мотель. Тетенька, смотри. С ней можно наполнить кружку. Давай кружку. А что она мне кружку не наполнила? Ладно. Так, Юр, давай. Что тут надо делать в первую очередь? Так, ну смотри, тут торговцы. Ну, эти фракции. О, я тебя вижу. А, толстый. Новую я еще не нашел. Где а вот может быть вот они на других островах? Может быть, но мы тоже же не все время на одном появляемся. Тут же мы на разных островах появляемся. То на одном, то на другом. Давай, а что тут надо делать? Ну смотри, тут как бы эти фракции, с которыми репутацию можно качать. Вот. Ну оно как бы тоже. Ну внешний вид только дает и все. Ага. А смотри. Ой, куда-то ты забежал, я тебе не вижу. Что это такое? Поговорить. Посмотреть предложение Ордена Душ. Вот это надо нажимать, да? Да, это вот задание. Значит, в вашем Ордене Душ не могут погадать так, а вы наколуете награду, если я вам помогу. А сколько скелетов нужно? Корабль у меня большой. Давай, посмотреть предложение Ордена Душ. Ё-моё. Предметы какие-то. А тут это закрыты, что ли, замочки висят, да? Ну, это репутацию, когда прокачиваешь. Матрос, отправляйтесь в путь и отыщите души мертвецов, чтобы мы раскрыли их тайны. Это что такое? Смотри, вот эта вот фракция, она как бы задание дает убивать скелетов. Ага. Сколько есть? Там надо их убить? Да там немного. И на острове просто на определенном. Есть где всяких там свиней ловить, кур ловить. И привозить, ну, вот в клетках тоже бегают по острова. Ага. И есть еще искать сокровища, там, типа сундуки. Ага. Там подсказки даются, и вот с этим сундуки ты ищешь и там привозишь их, сдаешь. Привет, Влад. Так, и чем мы берем? Какое задание? Слушай, ну тут, во-первых, надо вначале определиться, какие мы вообще будем. С кем вначале а здесь пробовать. Какие лучше всего фракции качать с самого начала? А они как бы ничего толком не дают, кроме внешнего вида корабля, там, этих оружия твоего, там, камзола или еще чего-то. Ага. Слушай, так, а получается, смотри, в этой игре играешь, ты вот играешь, что-то качаешься, да? А потом тебя убивают и все пропадает, да? Ой, не убивают, а вот ты вышел, например, из игры, и все пропало, да? Нет, смотри, тут как в этом, как в PUBG, там, ты делаешь вот эти вот задания, получаешь там, ну, вот за Орден Душ, там, черепа ты получаешь, сдаешь эти черепа, вот, и вместо, за черепа за эти получаешь деньги. Ага.
И на эти деньги ты покупаешь, грубо говоря, там внешний вид, там всякие паруса, корпус, там, ну, вот фигуры на носу корабля. Ага, понял. То есть, как бы они все равно потом остаются, да? Да, то есть, и опять-таки, покупаешь чисто вот, ну, внешний вид, получается. Угу, понял, понял. Я понял. Привет пиратам, здорово, Денис, Москва, здорово, привет, Газон, привет. Мы играем в игруху, вот правильно написали, называется Sea of Thieves. Я не знаю, как это. Так, а сейчас... Ой, я провалился под воду. Я не смог перепрыгнуть. Где тут лесенка? Ай, где лесенка? Меня сейчас какая-нибудь акула сожрет. Это кто по мне стрелял? Я. Ты напугал, я думал, меня уже убивают. Какие-нибудь злые пираты. Кто? Злые пираты какие-нибудь. Так, что нам сейчас надо сделать? Ну смотри, я тут несколько заданий взял на убийство скелетов. Ага. А вот смотри, если мы их с тобой вместе сделаем, они засчитываются только тебе или нам обоим? А там, получается, ты репутацию качаешь, когда сдаешь торговцу вот эту вот. Ага. Там черепа или еще чего-то. А, ну вот смотри, нет. Если мы играем командой, мы сдаем их эти черепа, да? Получается как, смотри, ну вот эти денежки, которые дают потом, ты говоришь, вот там, на которые покупаются всякие жилеты и жакеты. Они как, обоим даются или только тому, кто сдает задание? Слушай, если бы я играл бы, не, я бы тебе ответил. А, давай мы сейчас тогда это проверим потом. Ну, потом. Давай, сейчас поставим. А как из рук убрать оружие, не знаешь, полностью? Не-а. Я никогда не забивал этим голову. Брал обычно саблю, чтобы не шмальнуть случайно куда-нибудь. О, смотри, тут можно что-то это... Вон наш кораблик нарисован. Что надо делать? Да, это карта. Нам вот какой остров нужен? Просто... Сейчас мы... Смотри, видишь стол вот этот? Да, вот я зашел на него. Нет, не с карты. Уйди откуда. Ушел. Вот это. Ага. Вот я сейчас карту задания кину. Давай. Вот она. Видишь, есть это. F голосовать за путешествие. Все, я проголосовал, да? Да, вот. О, все, мы проголосовали. Битва с безвестной командой корабля. Вой в ночи. Ухо. Это что, это нам как просто надо найти? Надо еще вспомнить, как посмотреть. Дэн, спасибо большущее. Спасибо большущее, спасибо огромное. Так, ну что? Получено задание. А это что такое? О. А ты узнал, как их посмотреть, задание? Как сейчас это? Вспоминаю. Может еще F еще. Нет, это отказываться от задания. Сейчас посмотрим настройку, что тут написано. Ой, я ведро взял, нечаянно. Я у тебя буду матросом, ты будешь капитаном, потому что ты уже немножко играл в нее. Ты будешь рулить, а я буду эти управлять парусами. Якорь там бросать, и это все такое. Ага, договорились? Да, договорились. А нам надо всякие ядра там пособирать, или у нас хватит? 20 ядров, 20 ядров. Так, ну ядра я тут еще, кстати, пособирал. Ядра чистый изумруд, а где они лежат? Вот тут, в бочках. Ага. Так, осталось вспомнить сейчас. Привет. Права. Можешь не отвечать, я на работе без звука. Алекс, здорово. Так, мачту рубим. О, смотри, колокольчик. Во, а для чего он? Склянки отбивать, да? Да. Так, надо что-нибудь подобрать нам или не надо? Можешь пока пособирать, я пока попробую понять вообще. А я опять провалился. И никак не получается перепрыгивать. Пока что еще на берег не могу выбраться без потерь. Так, а что нам надо пособирать? Бананья, мусс. В бочках лежит, да? Да. Пушечное ядро нам не надо.
У нас там полные бочки с ядрами, да? Ну, не полные. Не полные? Как бы, нет, не полные. Там как бы есть немножко ядер. Сейчас тогда я принесу еще немножко ядер. Так. Поместить. Буква Х. А, во, нашел. Вот, положил. Нашел, как это делается? Да. Так, надо бананей. Нажимаешь Е, у тебя открывается такая тоже она какая-то. И там черепки, вот это задание. Надо бананы поискать. Я что-то не могу найти бананы. Бананы, кокосы. А слушай, тут есть какая-то мини-карта или еще что-нибудь такое, не? Нет, у нас стали только карта островов. Сундук со снаряжением. Не, мне не надо. Привет. Так. Это. О, бананы нашел. 5 бананов. Подходи к кораблю. На корабль, заходи. Он только, смотри. Только эти 5 бананов только взять может, да? Да. И, кстати, ими лечиться, если тебя бить будет. А, кстати, а можно как-то увеличить количество того, что ты поднимаешь? По-моему, нет. Давай. Куда их положить, бананы? Доставь себе, сейчас все равно скелетов пойдем убивать. А, давай. А так, бананы вот, бочка внизу, видишь? А, 15 бананов. Да. Тут доски 15, досков. Смотри, у нас получается 3 квеста. Видишь карту? Так, где? Вот. Один у нас на этом Кривые Мачты, остров. Ага. А ты запомнил, куда плыть на Кривые Мачты? Слушай, а как вот, а вот ты в руки взял карту, как ее взять? Какую? А вот которая у тебя в руках. А это задание, это вот Е нажимаешь, зажми Е. Сейчас Е нажал. А, вот. Ой, струльнул. Нет, там нажимать не надо, ничего, мышь. Нечаянно струльнул. Вот, у нас получается 3 утеса. Как она там еще? Затонувшая роща. А как ее посмотреть? Ее плохо видно как-то. Выбираешь вот этот листочек, берешь в руки, левую зажимаешь, он тебе перед лицом ее покажет. Сейчас попробуем. Ага, во. У какой красивый шкелетик, смотри-ка. Последний раз видели на острове затонувшая роща. Ну, я думаю, сейчас вначале мы на 3 утеса сплаваем. Давай. Он поближе, да? Главное, чтобы нас не убили. Да, получается ближе. Главное, чтобы нас не поубивали, да? Ну да, просто мы можем на 3 утеса и на Кривые Мачты потом, и вернуться уже через затонувшую рощу. Все, поднимаем паруса. Сейчас, погоди. Я уже поднял один. Ну, якорь, главное, не поднял. Не, якорь еще не поднял. Скажешь, когда я подниму якорь, давай. Так, к рулю иди, к рулю. Рулить-то как ты будешь? Габаритные фонари можно включить и зажигать. А, да, классно. Все, поднимаю. Сейчас, погоди, мы немножко развернемся. Так, а как фонари подключаются? Ага, все, понял. Работают, фонари работают. На месте развернемся, сейчас якорь подымешь, а потом паруса опустим. А нам разворачиваться надо, разве нам не вперед надо плыть? Вас, если не ошибаюсь, огни режима атаки. Давай лучше вперед, а то мы сейчас куда-нибудь в этот спирс воткнемся. Тут же так, причал. Да. Ага. Поднимай. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ура, поплыли! Все, давай, я буду парусами рулить. А ты будешь. Ой, я не на ту веревку встал. Вот на этой веревке надо поворачивать. Ты готов? Давай, давай. Все, ветер поймали. А то отправлю палубу драйв. Плывем? Да, плывем. Здорово, Артём! Ярик, привет! Хорошо плывем?
Ну, сейчас еще надо будет карту спускаться, смотреть, хорошо мы плывем или нехорошо. У нас скорость нормальная зато. Даже? Да. Сейчас приплывем уже. Говорят, ребята, кто играл, я сам не смотрел стримы, говорят, тут какой-то кракен водится, да? Да, водится. Сракен. Только как вот его ловить? Или нам еще пока рано, да? Да нет, тут как бы ловить что, ты все равно же не прокачиваешь персонажа там, ничего. Он сам нас поймает, если что, да? Сильного нет. Не, ну это Галеон нужен. Команда из четырех человек. На этом не найдет он нас, да, на таком? Он-то нас найдет, только нам от этого будет плохо. Вот это, подымай паруса. Все, уже поднимаем? Да. Все, поднял почти что. Мы да, что, уже чуть-чуть их оставь. Приплыли, что ли, уже маленько? Да. Чуть-чуть их оставь. Вот я чуть-чуть пойдет так? Да. Сейчас мы тут подрулим. Если скажешь, когда я что подниму сразу, ладно? Поднять просто балазабр Юрганю. Антоха, здорово. Я самый нормальный матрос. Смотри, видишь, паруса как поднимать умею. Поднимать? Бросай якорь. А, так паруса-то не подняли. Да фиг с ними, якорь брось. Бросил. Попали? Да, попали. Все, посмотрим. Как... О, нормально, даже ничего не поломали себе. Вообще мы какие нормальные матросы. Я упал за борт, спасайте меня скорее. Так, где ну корабль? Все, сейчас вот тут будут скелеты. Их надо убивать. Пока не появится главный скелет. Ага. Ты их издалека расстреливай. Мне бы их увидеть еще бы как-то. Вижу курицу. А как ты свет вот так включил? Ну, на L вообще быстрая кнопка, фонарик взять. А стрелять можно с фонариком? Нет. Ну так их слышно, вот они ломятся. Где? Ломится. Блин, плохо мы что-то ночью с тобой приперлись, о, да? Сейчас я тут ящик нашел, надо его отвезти. Давай, неси. Потом сдадим торговцу. Ты на корабле фонарики выключи, чтобы нас не нашли какие-нибудь. Да нас и так найдут. Чтоб конкурирующая фирма нас не нашла. Ага, на меня рычит скелет, кажется. Я его убил! Ваншот! Ваншот, ребята. Что это за базука? Это пистолетик такой, Антоха, ты чё? Что-то еще я одного замочил. Как его бросить? Ты чё-то не могу ящик бросить. А там место специально, наверное, где его надо положить. Нет, в трюме. Это там без разницы, где класс. Да? Хоть на мачту засунь. Слушай, у меня последняя пулька. Мне сейчас надо будет на корабль бежать, ты правильно да, понимаешь? Да. Блин. Курица уйдет меня. Я пойду сначала сбегаю, заряжусь. Скидыщи, видали, как я его сваншотил? Вот так вот, пацаны. Годы тренировок в танке не прошли даром. Так, где у нас там склад оружия? Я помню, мне Юра вчера показывал. Вот тут. Не могу ящик кинуть. Всё. Вообще какая-то задница. Попробуй, может быть его все-таки надо в этом, в каком-нибудь специальном месте в трюме ложить, не? Я один раз как-то пробовал, нашел клетку, вот куда куриц сажают. Вот. И не мог ее никак поставить, пока не нашел специальное место, куда ее ставить. Не знаю, я клетки ставил вообще везде, где только можно. А как ты это делал? Вспоминай. Ну их берешь и оставляешь потом на F нажимаешь. Пушечное ядро тут есть. Слушай-ка, они больше не идут, они меня боятся, что ли? Шкелеты меня боятся. Пашка, 12 сусликов, здорово. 12 сусликов на сундук мертвеца, йо-хо-хо, ящик водки. Во-во. Йо-хо-хо.
кажется, бежит. Да, где-то бежит. На тебе, волобешник. Я ему прям ваншотнул. Прикинь. Хорошо. Сейчас не знаю, может, пусть они меня убьют, чтобы этот ящик выпал из меня. Не, а может быть в инструкции, где вот кнопки написано? Да нету, там есть вот это положение, ну, оставить, а оставить его не могу. Может быть, там надо какой-нибудь специальной сейчас, кнопочкой. Не убивай скелет, пусть он меня убьет нафиг. Сержик, здорово, привет. Как ты, бро? Нормально, смотри. Матросим тут потихонечку, пиратствуем. Правда, сейчас Юра меня решил оставить на произвол судьбы. Я быстро вернусь, давай. Не переживай. Вот, ящик упал. Потому что он какой-то написан, ящик шелку поднять можно, а толку нет никакого. Ну как поднять, поднял, а положить не могу. Ага. Я захватил этот остров, где большой пират? Не знаешь, ой, шкелет. Темно, не видно нифига. Сейчас, Антох, погоди, солнышко встает. Блин, это не солнышко, это гора. Уйди! Блин, курица меня напугала. Смотри, чтобы не сгрызло, это мало ли. Я убил того, который тебя забил. Хорошо, сейчас еще появится. У меня 3 пули осталось. Давай скорей. Все, уже лечу. Я еще одного убил. Я уже тут. А-а-а! Они стреляют. Юрк, Юрк, они что-то это вооружены. И опасны. Ну, да. Они вооружены и опасны. Паразиты. Бананами лечись. Мы как с CSGO с тобой почти, да? Ой, все, пришли. Я чуть тебя не убил, кстати. Я побежал на заправку. Не убьешь. Я побежал заряжаться пульками. Давай. За тобой бегут. Я на корабле. Я уже на корабле. Они ж меня на корабле не могут поймать? Не-не-не. Видал? Как я его, а? Вообще мощно. Красава. Что это за игра и где взять ее? Джокер, вот тут смотри, сколько их пришло. Я тоже. Это, ребят, это игра из Microsoft Magazine Store. Она продается там сейчас. Отходи, отходи. А-а-а! Опять он с бочкой с этой пришел. Он меня опять убил. Да-да-да. Блин, а, смотри. Корабль дряхлый у вас, того и гляди потонет. Антох, у меня на паром проклятых. Антох уже отказался с нами, был бы другой корабль. Антох, а ты вот не купил, был бы у нас другой корабль с 4 пушками. Пустите меня, пожалуйста, ребята. Все, я убил капитана. Блин, я бы тоже хотел его убить. Да-да, помогите кто-нибудь. Отлично, спасибо. Привет, вы вдвоем играете? Да, вдвоем, Капа. Мы играем вдвоем, у нас просто больше нет ни у кого есть такая игруха. Вот. Потом, когда сейчас немножечко мы поднаучимся, вот, и мы тогда тоже будем, это, как ее звать, наберем команду. Вот. И я хочу, может быть, попробовать Одескина позвать. Одескина есть такая. О, толстый. Вот, смотри. Ты куда? Что тут есть? Вот, видишь, вот с капитана выпал черепок такой. Ого, давай, бери. Его надо будет потом отдать. Сейчас мы его на корабле положим. Спрятай только хорошенько. О, а нам тут на острове ничего подбирать не надо, тут ничего полезного нету. Нет, ну тут и бананы есть, и доски, как бы, и ядра, но. Ядра чистый изумруд. Я возьму ядра. Не знаю, как ты, я нет. Не договорил. В общем, вот, ребят, это. Этой игры нету в Стиме, она продается в Microsoft Store, вот. И там в этом Microsoft Store она, как это называется, вот, она только там есть, больше ее нет нигде, я так понимаю, правильно? Вот, ну может быть там какие-то пиратские есть версии, но я не знаю. В них там не поиграешь. Что Юра такой толстый и страшный? Много ел, пил, курил, мало болел. Спал.
Как Андрюха почти, да? Так, я смотрю по сторонам, чтобы не было вражеских кораблей. Потому что нам надо будет быстро удирать, да? Удирать-то нам надо будет, но я понять не могу, что такое, как его положить. Раньше все нормально было. Может быть, какая-то отдельная кнопочка есть, нет? Тыщу. Тыщу? Давай тогда я, может, пойду сундук возьму, потом тоже буду думать, как его положить. Давай. Давай, а где он там лежит? А, все, понял. Как? На X. А, на Х, понял. А где сундук ты положил, говоришь? Сейчас я его притащу. Сейчас я черепок спрячу. Давай, хорошо, только попрячу. Сейчас я что-нибудь тоже найду тут. Так, так, так. Ага. И мы можем либо к следующему острову поплыть, ну, дальше задание. То есть на вторник договорились. Ладно, хорошо. Либо, ты слышишь? Да-да, подожди, я тут с мамой просто разговаривал. Что говоришь? Можем на следующий остров поплыть, еще одно задание делать. Пойдем этот сдадим, а то у нас еще буцкнут кто-нибудь. Ну, давай. А что не кладется он? На X. А у меня на X тоже не кладется. Русская Ч, которая. Да, я русскую Ч жму, а она не кладется. Держать что ли надо или что? Да вряд ли. А, там какое-то дополнительное взаимодействие или как оно там называется? Как она называется у тебя в параметрах, эта кнопка, не помнишь? Ну, кнопка там дополнительное действие. Так, игровой процесс, настройки, графики. Где игровой процесс, геймпад? А, вот. Взаимодействие, взаимодействовать, дополнительное взаимодействие X. Почему оно у меня не взаимодействует дополнительно? Знаешь? Нет. Вот а может сундук может надо где-то на особом месте положить тоже, нет? Да это не особое место, тут нет особого места, ты можешь кинуть где угодно. А чё он меня не кидает? Спросил больного, здоровье. Алло, чемодан. Брось чемодан. Как же я буду с тобой бегать-то? А чемодан? Слушай, что-то мне не нравится. Так, настройки. Клавиатура и мыши. Мыши. Ну-ка. Г. Чат пиратов. Текстовый чат. З. Эмоции пираты. Левый альт. Пуш таталк. Левый, правый. Пум-пум-пум. А если я переназначу кнопку вот так? Окей? Окей? Окей. Оно все равно не работает, слушай. Что за бред? Ай, проклятый корабль. Возьми у меня, пожалуйста, этот, а? Грей, здорово, привет. Отпусти. Ну давай, сейчас доплывем, попробуем его сдать. Этот, а ящик. Как ты будешь один рулить? Ну да. Нифига себе, ты монстр какая. Я пока буду думать, как его бросить. Шо ж он у меня не бросается, зараза такая. Так. У тебя дополнительное взаимодействие, она X назначена, да? Русская Ч. X у меня получается спрятать, выбросить. А, спрятать, выбросить. А у меня дополнительное взаимодействие. А тут спрятать, выбросить. У меня левый Ctrl. Во, понял? Ну вот так вот. О, все, спрятал, выбросил. Пошли, я пошел на паруса. Все, спрятал, выбросил. Я молодец? Да, да, да. Так, все. Наверх, потихоньку, а то мы сейчас на полном ходу воткнемся. Поднимаем паруса. Вот, а мы правильно? Так, так, да, одну половинку. Мы правильно приплыли. Грей, здорово. Правильно. Название игры, это, Джокер, там выше писали. Название игры я не очень знаю, как произносится. Там Си, не помню, не знаю. Вот подымай полностью, наверное. Напиши, море воров. Я на якоре приготовился, говори. Когда ну, там пока что? Рано. Рано пока. Пока.
Пока рано. Сейчас я буду немножко химичить. Давай, ага. Во, вот кинул капа, спасибо большое. Игруха, она сделана специально, чтобы играть вдвоем. Ну, не вдвоем, командой. Команды. Скалы, да, Саша Побровский, здорово, привет. Скалы. Ты готов? Сейчас. Я как бы не мастер параллельной парковки. И заднего хода тут нет, да? Нет. Бросай это. Бросил! За борт! Все, я взял ящик, куда его нести? Говори. Давай, показывай, куда его нести. Черепок возьму. Ага, давай. Нам в одно место их нести, да? Нет, там в зависимости от торговца. Ага. Ну а мы не у одного места торговца брали? О, водяной, привет. Нет, это мы квест взяли у торговца, а ящик это немножко другое. Сейчас будем смотреть, куда его нести и кому отдавать. А где это смотреть? Недолет. Сейчас. Да я и не собирался. Ловко я, да, отмазался? Мужик, возьми ящик. А, ты тетка. Мужик, ящик возьми, а. О, ящик продать у него она появилась. Да. Ящик сейчас... с тонким шелками продать, да, появился. Да, вот смотри, вот у этого нету ящик продать, а у того есть. Продаем? Смотри, у тебя на ящике, если ты посмотришь, есть значок нарисованный. Видишь, такой глобус там типа. Да. Вот. И у торговца, у этого тоже, видишь, на флаге. А, точно, глобус. Вот. Глобус. Точно. Да, продавай, конечно, сейчас репутацию с ним немножко подкачаешь. Хоба, ящик с тонкими шелками. А, про... кстати... Дает, мне тоже денежки дали. А причем сколько тебе дали? 692. О, вообще мы с тобой красавчики. Да? Репутация торговый союз 2. Да. 2 стало у меня. Так, ну значит можно сдавать тогда смело. Давай, сдавай. Продавай ему. Тетенька. О, продан. Злобный трофейный череп продан. Красиво. Нормально, смотри, мы с тобой вообще монстряки. Что нам надо еще захватить? Не надо больше ничего? Ну смотри, еще есть 2 квеста активных. А, все, поехали их делать. Да. Все, поехали. Ты запрыгнул? Не, да ладно, я же тебе говорю, я не мастер параллели. Ай! Я тоже не долетел. Не долет. Поплыли тогда, сейчас сплаваем. Сходим. Давай. На затонувшую рощу. Поднимаем? Паруса. Йо-хо-хо, и бутылка рома всем. Здорово, Илюха, привет. Всем рому. Пикачу, здорово, тезка, привет. Здорово, Пикачу. Давай этот... Поднимать? Якорь вытягивай. Ой. А че он не берет у меня якорь-то? Все, погнали. Поднять паруса. Да. Хряб. Ух ты, ё-моё. Чё? Сейчас нам больно было делать. Почему? Видишь, кораблик на нас плывёт. Да ты чё? Он чё, опух? На нас плыть. А может он плывёт квест сдавать? Посмотри, какой большой, там и пушек чё-то хрена и больше. Может это какой-то пиратский корабль? Нет, это игроки. А где его? Я не вижу. Ну вот, возле острова стоит, ты посмотри. Эх, нифига себе, какой здоровенный, смотри. Антоха, быстро покупай игру. Антоха, покупай скорее игру, будем на таком же плавать. Валим отсюда, валим. Чуть левее поверни, чтоб парус поймать, ветер. Это уже я... Что за... Что за игруха? Sea of... Не знаю, как читается. Левее поворачивай, чтоб парус поймать, ветер. Левей. Нам на остров надо, что, левей. Нам надо от этого сначала уплыть, чтобы он нас не убил. Да фиг с ним. Вали! Думаешь, они бы нас не заметили сначала? Да, он даже посветил фонарем там вечером, не знаю. Аварийку включил. В морду мне, да. 3200 слоит. Battlefield 5 взять. Ну фиг знает, на любителя. Мне Battlefield не нравится. Поэтому... Это со мной, тем более мне ее Юра подарил, видите? Вот мы и гоняем. Ну, прикольно.
Подожди, ну ты сам на стримах говорил, что ты хотел. Да, да не, она классная игруха, мне понравилась, да. Смотри, тут море какое клевое. Главное не выпрыгнуть за борт. Что-то у нас хрустнуло. Да это волна. Кажись, они за нами вышли в погоню. Сейчас посмотрим. А тут есть подзорная труба? Да, такая плохенькая. А где она? А, вот она. Нет, они еще пока стоят. Так что у нас еще есть время свалить. Да я думаю, они не будут. Они бы хотели бы уже напали. Тут сразу нападают, без лишних разговоров, да? Да. Вась, смотри, укачайте. Ничего-ничего, укачает. Ты этот, как он называется? Круиз-контроль включи. Блин, какой-то шторм начался, да? По-моему, это... Да-да-да, Илюх, это она. Ага, просто я в названии не указал, сейчас будут все спрашивать. Сейчас я... Когда будет у нас какая-нибудь передышка, я этот в названии вставлю в этот самый... На Ютубе, чтобы видели, что за игрушка. А то я это... Так, еще далеко нам плыть? Ну, тут уже, в принципе, довольно рядышком. Не, ну, мы тут идем против ветра. Он быстро не пойдет, корабль не идет, поэтому... Поэтому можно не бояться, да? Да, поэтому на якорь. О, мы куда-то... Затонувшая роща, нам сюда надо, да? Да-да-да. К якорю подойди просто, кинем его. Я возле якоря, если что скажешь. Игра супер, но не стоит этих денег. Возможно, да, пока она этих денег не стоит, но ее только, видимо, начали разрабатывать, поэтому она еще... Как бы свежая, без этих, без... Ну, будет дорабатываться, будет развиваться. Видимо, потом, может, она будет стоить. Сейчас нас пока... Нас здесь уже встречают. Кто? Скелеты. Да? Это... Да. Чё, бросать якорь? Бросил. Оп, сейчас погоди. О, отлично. Сейчас тут немножко... Да ладно, не стреляй по ним так. Ой, я одного убил. Видал, какой я снайпер? Мамкин снайпер? Но. Видал? Я в бочку попал. Вот эти вот бочки, они как бы их вот используют еще для того, чтобы нападать на корабли. Мочи их! Расскажите, в чем смысл? Тут какая-то компания или очередная выживалка появилась? И ходи, грябь. Че попало? Ну, типа, да, типа выживалки. Просто катаешься, плаваешь, выполняешь задания, прокачиваешь репутацию. За эту репутацию получаешь бабло, можешь покупать всякие украшалки для корабля. Правильно я понимаю же? Да. Получишь пульки. Че, мы еще не готовы высаживаться на берег? Да, пойдем уже. Так, тут воды, видишь, воды нету. Бывает, появляется такая туча в виде черепа. Ага. Это тут есть форт, на который можно нападать. О, подожди. О, капитан, смотри, мы его уже всех убили. Сейчас, сейчас, сейчас. Смотри, что их там блестит в воде. Это я не знаю, меня тут убивают. А я сейчас пойду посмотрю. Какая-то статуя. А, нельзя использовать. Я его в руку ранил, у меня патроны кончились. Сейчас убьем. А, я их не взял даже. Статую? Статую не взял? Нет, не статую. А что не взял? Патроны? Да. Семен Семенович, я уже бегу. Сейчас спасу тебя. Держись, держись. Заряжай себя в бочку. Я не умею заряжать себя в бочку. Ой, промазал, он отпрыгивает в сторону. Я ему прострелил ребро. Ура, мы победили.
А где черепан из него выпал, не? Вот, вот он лежит. Слушка, а мы череп этот, а сундук-то мы не нашли здесь? А еще, ну, во-первых, мы сейчас еще полазим, поищем, но не факт, что он будет на острове. То есть, как бы это случайно можно найти. То есть, его может тут не быть, да, как бы? Ну да, дополнительно. О, я нашел какой-то таинственный журнал. Смотри, кому придет в голову закопать сокровища в песках, где любой может их найти. Продолжить. Взять таинственную карту. Закрыть. Берем карту? Да, бери. Все взяли. Полученные задания у нас. Полученное задание. А где его посмотреть теперь? А вот на Е нажимаешь. На острове разбойничья... Сейчас, на острове разбойничья арка по знакам иди. Богатство найдешь, коль не сгинешь в пути. Разбойничья арка по знакам иди. Богатство. А это где это? Охотничья арка? Это тут вот, где мы есть? Разбойничья арка? Нет, это остров так называется. Это на другом острове. Понял, понял. Слушка, а давай на этом посмотрим. Вдруг тут есть сундук. Давай. Да, сейчас посмотрим. Я только пульки так и не взял. Змея! Змея, обходи их. Они не бегают за тобой. Да? А, я напугался. Она просто отравить может. Я убежал на всякий случай. Но сейчас я пойду пулик возьму, чтобы ее застрелить. Ладно? Да ладно, не трать ты на этот мусор пульки. А они же все равно бесконечные. Не, они бесконечные, но как бы время. А может опыт дадут? Тут нет опыта. Нету? А, вынь все ядра и залезешь. А, в пушку залезть надо сначала ядра высунуть. Понял. Так. Ты не нашел какой-нибудь сундук? Нет еще. Я тоже пока... Ай, в воду упал. А, тут тоже можно. Тут тоже есть сундук с боеприпасами. Это что за боеприпасы? Ну, а, вот заправить эти пульки? Да. Понял, понял. А где он? А, вот наверху, на самом, на горке. Вот где змея тут шипит? Да змея тут пусть шипит. А только темно, не видно ничего. Она не убивается. Какая вредная змея-то. Ай, она меня покусала. Все, я ее заколбасил, только она меня укусила. Надо банан съесть, да? Да. Так, это банан, буква это. Ой, извините. Ничего страшного. Я немножечко в тебя стрельнул. Остров как бы сколько большой. Сколько эта игра сейчас? Эта игра сейчас скидка на нее 800 рублей. Сейчас она стоит 3200. 3200 она стоит, да? Большой остров, нет? Остров большой, может, что и будет на нем, только темно, не видно нифига. Какой-то сундук. А, это сундук с боеприпасами, вот точно тут есть, ага. Нам бы потом... Это ты бахнул? Да, тут змея была. Тут у меня кто-то хрюкает, слушай. А тут же свиньи, тут же можно еще задание там брать на свиней там. А этих свиней убить можно? Да можно, по-моему, только смысла нет. А, там мясо не дают от них? Нет. И сало тоже не дают. Черт. Какой-то ящик со шкелетом нашел я. Ящик со скелетом? Да. Ну там ящик как будто бы из-под стеклотары. А в нем шкелет разобранный. GTA 5 интереснее и меньше стоит. Это на любителя, Кип. Отстань от меня. Опять, зараза. Куча... О, тут это... Скелет кита, прикинь, лежит такой здоровый. А может это не кит даже, тут клюв у него такой здоровый. Не знаю, кто это такой. Но сундука... Так, ну вроде светлеть начинает. Сундука я не нашел. А сундук где угодно может лежать, да? Да. Тут еще у них, видишь, тут как бы он на две части. Внизу еще можно посмотреть будет. А я вон на ту вторую часть пошел, давай. Давай, давай. Тут не, бочка. Будем обследовать потихонечку. Бочка с бананами тут есть. Так, бочку с бананами я взял, бананы. Здесь пушечное ядро, доска. Кто-то тут ходит. Это я.
Меня змея укусила, я доска сослепу в воду упал. Опять змея. Доски тут есть всякие. Нормально. Чё, не нашел чемодан? Сейчас пойду смотреть. Ну я упал в воду и как бы немножко надо было выплыть. GTA 5 ушла в небытие, однотипная игра. Ну да, если бы они там что-то новое постоянно добавляли, придумали, она с самого своего начала, как появилась, и до самого конца, все одно и то же, одно и то же. Поэтому я в нее не играл. Это что за игра? GTA 5. Ой, GTA-шка вообще. Все GTA-шки, они все очень-очень похожи. Бегаешь, всех пинаешь. Даже... А слушай, если нырнул под воду, утонуть не может? Слушай, я не пробовал, если честно. Я нашел какую-то шкалу. Вася, попробуй из пушки. Да попробуем еще, попробуем, погоди. Нам надо... Кто стрелял? Ты стрелял? Я. Я думал, опять шкелеты напали. Вот я нашел тут бочку, которая, ну, такая взрывающаяся. Ее берем с собой, да? Не, ее можно обычно, знаешь, как делают, на нос корабля ставят. И на таран, да? И ее просто выстрелом взрывают. Ну, с пистолета там, или с винтовки. Привет, чату, привет. Кросс, здорово, приветище. Здорово, дружище, как дела? А кто это баха? О, там Кракен корабль мучает, смотри. Наш? Нет, там тот большой с парусами-то был. И там, смотри, ну. Кракен ноги высунул, его хватает. А-а-а. Прикинь. Ну, видишь, ребята нашли Кракена. Ё-моё. Хорошо, пошли. А что останется от корабля, соберем. Да вот. Там. А может там бочки у них какие-то останутся? Мне кажется, они все. Ну, убьют, мне кажется, они Кракен. Смотри, какие лапы у него. Ого! Больше корабля, ты видишь, не? Нет, а я что-то в середине острова лазил. А беги сюда. Смотрю, что стырить можно. Беги скорее смотреть Кракена. Блин, я сейчас повыше залезу, чтобы посмотреть. Жаль, не слышу ничего, на работе сижу, свадьбу веду. Ого, нифига себе, у тебя на свадьбе весело должно быть. Блин, а как же мне теперь наверх-то залезть, а? Ого, так, надо взять трубу подзорную. Так, как это делается? Ребята, смотрите, Кракен... Кракен сожирает корабль. Черт, черт, черт. Предлагаешь черт. Помочь? Да. Кракену? Да, помочь Кракену предлагаю. У них корабль тонет уже, смотри. Да, потопил он его. Ого-го. Вот это нифига себе сожрали. Не суть, сколько весит она, стоит со скидкой. Хотя, 30... подожди, нет, не потопил он его. А, нет, не потопил, да-да, может они починились. Они сматываются, нет? Да мне кажется, они его и плавали, искали, то есть вряд ли они сматываются. Просто плывут. Жалко, что мы его первые не нашли. Это хорошо, что мы его не нашли. Да? Да. Не, я думаю, мы поубили. Гос ножом на Кракена. Да, от Кракена тут наваляет мне сразу. Ты чё? Блин, как вот мне теперь залезть обратно наверх, на остров? Я хочу наверх залезть, чтобы сверху... Отстреливаются. Ну, стреляют там, ага. Они за острова наш кораблик не видят, правильно? Им повезло. Да нет, кораблик-то наш, вот он рядом стоит. Да? Я думал, наш кораблик с другой стороны острова, не? Нет, он... Туточки, а! Дези Кракена искал кручу стримов, а Вася с первого стрима нашел. Да это не я нашел, это вон те ребята нашли, видишь? Им не повезло просто. Нет, ну они его искали, то есть им повезло. Я правда не знаю, что с него там вообще падает, не падает. Им не повезло, им это нам не повезло, что мы его не первый нашли. Так бы мы по его уху как убили бы. Да. Где Кракен? Я на корабле. О, вон Кракена, Кракен. Пойду я Кракена пока смотрю. Давай, я давай. Пока погляжу, как тут Кракена мучают эти ребята. Злыдни нашего Кракена обижают. Смотри, какой, какие у него лапы здоровые.
Ого. Вот такой бы, вот была бы у нас команда большая, мы бы вот на таком корабле, наверное, плавали, да? Ну да. Хотя у них он может прокачанный, просто там, наверное, уже у них куча. Да, это. Тут взвод до 4 человек можно, да-да-да. Слушай, ну я не в курсе, чтобы можно было там количество пушку увеличить или вообще еще что-то такое. Смотри, он у них от них сматывается. Ну, Ой, то есть уходит. они от него сматываются. Что-то они его испугали. Они нас не заметили? Они мимо нас проплывают. Пошли Кракена словим, а? Ну подплывем к нему поближе. Поглядим. Давай. Да, сейчас подплывем, они нам корабль топят. Вот гады, а. Собаки. Что делать? Не трогайте наш корабль, собаки какие. Все, эти петухи утопил наш корабль. Поднять паруса. Валим. Пойду на абордаж брать. Давай, вали. Ай, меня ранили. Поворачиваем сюда. Вау, не попали, они в меня не попали. Валим, валим. Ты на корабль залез, нет? Ай. Ай. Все, тонем, да? А. Да, тонем. Ай, спасите. Ну, ребята, неудачно. Лучше бы Кракена бы ловили, да? Да, Кракена убить не смогли и пошли. Малышей обижать, да? Собаки гадские. Я еще без пули, блин, обидно. Я сдох. Где я сейчас появлюсь, кстати? Какой-то. О, это ты, смотри, я тебя вижу. Да. Матрос. Привет, матрос. А почему тебя пустили, а меня нет? Ну там через какое-то время просто. А, понял. Короче, это мультпупк. Да. Так, ну, кораблик наш стоит. Ребят, Gold Challenge будет 2 дня подряд. В субботу, завтра и послезавтра. В субботу и воскресенье. Завтра будет в 5 часов. Завтра в 5 часов будет Gold Challenge. Вот. А послезавтра... Еще пока... А, послезавтра в... Не, перепутал. Завтра будет в 15 часов. Это в 3 часа по Москве. А в пятницу будет в... Во сколько? В 5 часов. В 17 часов по Москве. Это, слушка, нам кораблик выдали новый, да? Да, вернули новый. Всего, поплыли. Пошли их догоним. Наваляем им, давай. Слушка, а вот смотри, нам теперь это задание не засчитывается, да? Да. Нам надо теперь новое задание получать. Ну да, нам надо... Ну как, мы его сделали, но получается череп мы потеряли. А они могут наш череп сдать, да? Да, они уже ничего не могут сдать, они корабль топили. А, наш корабль... Наш череп утонул вместе с кораблем? Слушка, да. А поплыли туда, где мы были, может быть там череп найдем, не? О, у меня осталась карта, пошли сокровища найдем. Можем, кстати. А слушка, а смотри... Мы с тобой просто слишком долго там куковали. Надо было, как мы их заметили, сразу валить, да? Тогда бы мы бы успели еще сдать этот корабль. Да вообще они как-то странно. Сразу не начали атаковать. Потом что-то хрен с ним. Да, не видишь? С убогонькими. Ну, они подумали, что мы всем расскажем, что они не смогли Кракена завалить. И решили нас убить. Лошары. Нужны они. Поднять паруса. Так, ты... На... Я еще не на корабле. Ты на берегу еще? Да. Тут что-нибудь полезное есть? Что-нибудь а продать? Я смотрю, ну тут бочки там это. Я, вообще, по-моему, тут это даже форпоста-то нет. Кстати, брать, а кстати, я вот на этом острове, кажись, в прошлый раз находил клетку для курицы. Ну вот бочки тут вообще вот эти взрывающиеся. 2 штуки я уже нашел. О, молодец. Ого! Кросс, спасибо за подписочку. 14 месяцев подряд. Красавчик. Привет, привет. Спасибо большущее. Змей много. Спасибо. Кросс, красавчик. Спасибо за подписочку. Ребят.
ребята, подписывайтесь, оформляйте платную подписку, будем разыгрывать всякие разные призы для платных подписчиков. Свинья, свинья! А слушай-ка, если клетку найти, можно свинью поймать будет, да? Да. О, сейчас найдем. Ну, кстати, да, можно тут полазить, поискать что-нибудь полезное. Свинья тут топает. Ай, пока что я только змею нашел. Да, змей тут много. Они стоят на месте, они не бегают? Змеи нет на месте. Вот это нормально. Они хорошо придумали. Сейчас я пойду клетку поищу. Тут клетки нет. Тут клетки нет. Ни одной клетки не нашел я что-то. Тут карты тоже нет. Вот неудобно. Вот без карты. Привыкли с картами бегать, да? Когда раз посмотрел, где находишься. Ага. Вот это всегда удобно было. Вот. А без карты уже все. Ничего не можем найти сразу. Ай, не, крас... ну слушайте, на карте, даже если бы она у тебя была, вряд ли бы они тебе нарисовали, где у тебя клетка тут стоит, если она, да, вообще есть. Не, надо было нарисовать. Не, не клетку. Чтобы нарисовать, где я нахожусь на карте. А-а-а. Какой-то чувак с ведром хотел попить, а его траванули. Так, еще бочка. Это бомбезная. Бомбезная бочка. О, тут кракен убитый. Нет, это какой-то кит сутулый сидит. Сутулый кит здесь, шкелет его валяется. Ну, скелетов тут везде полно, да? Кого? Скелетов всяких разных. Похоже, в те времена людей не сильно принято было хоронить. Главное, ни одной этой нету. Что-то я нашел. Нет, это хрустнуло что-то, это наступило, похоже на что-то. Нет, ни одной клетки нету, да что такое? Вася, добавь в название стрима название игры. О, точно. Сейчас я быстренько, да, добавлю. Кстати. Название игры. Так, а как она у нас называется? Сейчас я его найду. Название игры. Стыц-стыц-стыц-стыц. А, о, у меня же она тут есть. Скопировать. Вставить. Все, вставил. Обновите страничку, появится в названии игры, в названии на стрима на Ютубе. Сейчас на Твиче тоже сделаю. Так. Так. А я тут пока остров корабля нашел, посмотрю, может там что есть. Крас, Ярик, красавчики. Спасибо за подписочку, ребят. За то, что так долго поддерживаете. Так, ну ты готов? Сейчас я тут пока. Нет, ты можешь вообще уплыть. Я как бы на. Не, я вижу, что я хочу не то чтобы уплыть, я хочу найти эту ящик и поймать какую-нибудь зверюгу. Какую-то. Хрюна вот этого поймать. Я понял. Пока что я еще не нашел. Не везет что-то мне на ящике. Ушечный яд. Да это, знаешь, это проще взять квест, наверное. Как раз там и ящики тебе дадут. Да? Да, это проще квест взять. Его сделать. Ну, мы можем сейчас плавать сокровища поискать. Я нашел эту, как ее называют, могилу коня Вещего Олега. Это хорошо. Ага. Так, змея, уйди. Так, все, я потерялся. С концами? Да. Я уже не могу найти, где наш корабль. А вот тут я был, тут я пробегал, наверное, сюда правильно бегу. А ты возле корабля или нет? Нет, я тут по острову лазил. Все, я нашел корабль. Ну, я рядом. Давай, ага. Ну, как-то нам надо найти эти ящик-то какой-нибудь, хотя бы один. Да? Хотя бы одного хрюна словить. Мы его тут найдем. Да? Да, что-то меня терзают смутные сомнения. Жалко, конечно. Хрюна словить бы было нормально бы. Да? Его продать же можно за кучу денег.
Ну, не за кучу, там, за кучку. В воде что-то сейчас светилось. Может быть, это какой-нибудь клад был? Хрюн. Доставь уже эту поросенку пока. Это морская свинья, видишь, он под водой бегает. Хрюн, хрюн, в воду побежал. Так, ну что, поехали? Привет, кот, здорово, всем привет, ребята. Крякин им не попадался, корабль, но их потопили все-таки. Не успел я до вас добраться. Капа, ты что, нас ловить пошел, что ли? Ой-ой-ой. О, доску нашел, банан не нашел. Доску. Доску. А тут, короче, всего по 5 можно взять, да? Нет, ядер 10, а этих по 5, по-моему. Ага, то есть их можно в инвентаре вот таскать. Так. Ну что, будем отправляться в путь? Да. Стульчик нашел, а ящика нет. Не везет что-то нам. Слушай, а квест у нас... Не на этом острове случайно у нет, нас? Нет. Я тащу бочку пороховую, сейчас мы ее взорвем. Сейчас как бухнем. Блин, у меня тут экскаватор есть. Мы тут есть. Можем доплыть до этих вот, еще скелетов убить. А, давай. И у них череп заберем, и все, да? Да, и... Сейчас я посмотрю по карте, где там это вот. Я бегу к кораблю, ладно. Остров. Я уже на корабле. Давай. Где корабль? Я не вижу корабля. А где корабль? Ой-ой-ой, я заблудился. Все пропало. Шеф, все пропало. Что случилось? Я снова заблудился. Ну вот это вот, где разбойничья арка, он очень далеко. Остров. Очень-очень, да? Нет, ну там... Далеко. Черт, как же мне теперь найти корабль-то? Юра, струльни хоть разок. А, вот подожди. Ай, шкелеты вылезли, Юра! Беги! Я не могу, у меня бочка в руках! А-а-а! Бегу к тебе! Ой, когда услышишь... Может, с них получится череп. Когда услышишь бубух, это значит я... Это... Может, получится с них череп взять? Мы же тот потеряли, может, получится? Я уже 2 замочил. Я уже рядом. А, одного ранил. Ой, убил. Черт, побери. У меня заканчиваются боеприпасы. А тут сундучок есть с ними. Пойдем. Давай. Я тебя потерял. А вот я тебя вижу. Все, поехали отсюда. А где наш корабль? Где ты был? Да фиг с ним, поехали домой. Ну поехали там к этому скелетам. Поубиваем их немножечко. Мочканем. Главное, чтобы нас не заметили, надо все выключить. Да этого, ну вот вообще... так видно, корабль, в принципе. А.
Так, поднять паруса. Да? Да-да-да. Поднять паруса. Отдать кормовые. Поднимать якорь. Да, подожди. Помнишь, в какую сторону плыть уже? Да, 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 да. Все, я... Надеюсь. Я буду ветер ловить. Все, словил. Рули. Рули. Хорошо плывем. Если чайки летают над водой в море, значит там затонувший корабль. Я один играю в одно, никого не поймаешь. Не сможешь и рулить, и заряжать, еще и пробоины латать. В одного, да. Ой, я что-то профукал. Ветер. Не, ну в одного, конечно, такой же. Одному тяжело, да. В какую сторону-то надо? Вот в эту, да? Тут как бы весь смысл вот этот вот. Ну, в том, чтобы команда была. Ты можешь и попиратствовать, там, других игроков поубивать, поплавать на корабле. Потому что даже вдвоем тяжело. Потому что там по-хорошему один там двое стреляют, один там рулит, а третий, а четвертый дыры заделывает. Лишь на мате, злобные подстрекатели, что говорят, гоу, кого-нибудь корабль отнимите. Ага, пока что. Нельзя отнять. Пока что только у нас отнимают. Так, а что у нас с ветром-то? Ветер-то откуда дует? Мы против ветра плывем, что ли, получается, да, сейчас? Это плохо. Против ветра нужен этот, паровая машина. Не, ну ветер может и поменяться, как бы. Я к вам и напрашиваюсь. О, Капа к нам напрашивается. Капа, давай знаешь как? Я у нас, видишь, что надо, чтобы связь была, это надо в ТС-ку, это нужно все в кучу, в общем. Давай мы сегодня пока поучимся, а потом, если еще раз соберемся, то и покатаемся. Ты можешь кинуть запрос в друзья? Я просто не умею это делать. Вот, а потом я приму в друзья, и когда будем еще раз играть, еще раз покатаемся. Давай, или, может быть, даже сейчас позовем, да? Да можно и сейчас, я думаю. А смотри, если нам дадут большой корабль, а втроем там мы справимся, не? Да втроем справимся. Ну давай, Капа, кидай запрос тогда, только я не знаю, как это делать. Че, мы плывем, нет? Да, я тут, пока ты справимся, не справимся, пошел карту смотреть. Посмотрел везде, кроме как на карту. Да, все изучил, кроме карты, да? Да. Здорово. Тут же видишь, как бы, когда корабль еще большой, тут тот, кто на руле стоит, ему из-за парусов нифига не видно. Ага. И по-хорошему еще кто-то должен стоять, как штурман. Возле карты, да? Да нет, даже не обязательно возле карты. Может, там просто... Кракен орёт. Слышал? Не, не слышал. Это, может, тёща моя? Она так тоже делает? Да. Ты что за серьёзно? Что в ней такого? Василий, приветствую. Здорово, Лов Рей. Да прикольная игруха. Смотри, плаваешь на кораблике, мочишь шкелетиков. Но это, видишь, вообще на любителя. Все игры, они все на любителя. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кому-то кто-то тащится от GTA, кто-то считает, что это отстойный отстой. Да? Нет, тут просто когда народу мало, то есть, ну там, один, вообще печаль, вдвоем тоже как, ну, когда много народу, можно весь контент почувствовать, игры. Да. Ну дорого, да, дорого. Но может быть дорого как раз потому, что хорошо. Не, ну так-то... хорошего-то мало, потому что она еще совсем не доделана. Она совсем сырая. Ну нет, если командой большой играть, вот если в 4 человека, это прикольно должно быть даже. В магазине 10-й винды. Да, она для десятки. Она в этом... В магазине этот, как он называется? App Store? Microsoft Store. Microsoft Store. Да, вот в Microsoft. Опа. Кривые мачты. Мы приплыли в кривые мачты. Да, только из-за волн нифига не видно. А мы что сейчас
Это нам сюда надо было плыть или нет? Да, да. Вот, надо сейчас паруса поменьше сделать. Да мы против ветра, в принципе, идем. Если что, бросаем, значит, якорь, да? Да. Сейчас попробуем прорулить. Давай. Ой. Если что, ори. Я за борт. А? Я убегу, да? Да. Скажешь, когда бросать якорь? Да сейчас, мы еще я еще пытаюсь мимо рифов пройти. Ой-ой-ой. Я молодец? Очень, да, вообще красавчик. Ну, сейчас пройду, если вдруг. Если вдруг пройдем. А то, может, придется всю дыру латать. Ой, а вот тут мы проползем-то. Бросать якорь? Не-не-не, ты что? Нельзя? Все нормально. Все под контролем, а ты говоришь, не умеешь, о! Сапоги, дорогу знаю. Ты как этот, как тебя звать? Ой, они пара... опять они, валим! Смотри, вон они опять. Ой, а там их много. А, они... Нет, они там какой-то... Нет, там два корабля. Два корабля, это я думал один. Давай разворачиваемся и пойдем их окружать. Давай. Причем один какой-то большой. Поехали, а посмотрим. Поехали. Все, на пушку только встань там. Ядер набери себе. Полные карманы. Давай, сейчас я наберу ядер, плывем на пушку. Так, где тут ядра у нас? Ядра полные изумруд. Так. Фолшит. Пушка использовать. Все, готово. Пушечное ядро поместить. Он на нас идет. Может пальнуть в него? Разочек, чтоб не выпендривался. Я не на той пушке. Кажись. На тебе. Я попал. А, ой, кажется, он тоже попал. Перелет. Заряжаем. Ой, левее, налево поверни, налево, а то я не могу. Так сложнее попасть будет. Я не попал, я косой. Ты в трюм спустись там, посмотри, у нас воды нету. Кстати, точно. Вода есть. Все в порядке, вода есть. Это очень печально. Сейчас я быстренько ее вылью. Так, сейчас я всю воду вылью. Че, еще повоюем с ними или драпаем? Ой, надо же починить корабль-то. Сейчас, погоди секундочку, как это делается. Так. Они стреляют, что ли, не? Я их отпугиваю. Они нас уже боятся? Не то, чтобы сильно, но... Так, сейчас я быстренько эти, как их называют, воду вычерпаю, и поедем мы им наваляем. Блин, протекает, слушай-ка, я ремонтировал, она протекает все равно. Я что-то плохо починил, что ли, да? Да. Вроде починилось. Да, все задело. Сейчас мы им наваляем. Еще наваляем, ребята, погодите. На нас, походу, идут. Да? Да. Какую пушку брать? Левую, правую? Что у нас есть? Они с какого борта будут? Слева, справа? Вот они прям на нас. Мы попали, не? Я еще пальнуть им по заднице успел. Надо нам починить быстренько корабль, да? Почини. Я не знаю, зацепил наш корабль или нет. Ой, мы вообще тонем. Ой. Давай.
Бегу, бегу. Я ухожу на максимальных оборотах. Я одну дырку заделал. Давай, я воду черпаю. Вторую дырку заделал. Третью дырку заделал. Все, все дырки заделали. Мне кажется, сейчас он опять придет нас бахать. Иди рули, я дальше дочерпаю. О, бочки какие-то плавают. Мы его потопили, что ли? Да его-то вряд ли точно. Эх. Вон он там. Утырок за нами плывет. Давай, валим от него. Давай сейчас бежим. Ай, тут еще одна дырка оказалась. Погоди, сейчас я ее заделаю. У нас, кстати, заканчиваются доски. Это прискорбно. Нам надо от него сваливать. Давай теперь попробуем от него убежать. Получится у нас или нет, как ты думаешь? Ой. А что мне не зачерпывается? Нет, вряд ли получится у нас от него убежать. Он нас очень быстро загоняет. А мы сейчас по ветру паруса просто поставим. Мы же отсутствовали на этих... Давай, ты на руль вставай, я на парус. Давай. Ты на руле? Увертываемся. Крейзи, тебя добавили в друзья. Да, я вижу. А я не вижу, меня не добавили в друзья. Блин, опять меня в друзья не добавили. Меня уже даже в игру пригласили. Да? Так. Мы что, против ветра, что ли? Не пойму. Да. Давай, не разворачивайся, по ветру просто удерем куда-нибудь, да и все. Ник, не знаю, ник, Лококо 2009, как и в этом, везде. Поехали на какой-нибудь остров, где мы наберем всяких досок, ядров. Эй, ты что делаешь? Ты туда не попадешь в него. Да давай посражаемся и пойдем. Потопит, значит, потопит. Ну давай, но только... Надо... Так, а с какой стороны... Ты прикидывай, с какой стороны он будет. Я пока обе пушки заряжу. Так. С левого борта. Еще. Это пристрелочный был. Еще. Попал. Стреляй. Я кончились бревна. Ой, ядра. А, не вовремя. На абордаж, да? На тебе. А, меня в воду скинуло. На тебе. На тебе. Корабль. На тебе. Ай. Опустите меня. Меня они тоже скинули в воду. Я плыву. Ай. А как? Я почему-то летаю. А как к ним залезть на корабль, не знаешь? А, я не знаю, как к ним залезть. А, меня убили. Кто посмел тебя убить? Да я на их корабле уже лазил. А. Чувак, подожди, Юрик, занят. Я их сейчас тоже буду убивать. Ой, я без патронов. Че, Юр? Там, наверное. Там, не ну знаю, да, что воскресимся. Ну, чтоб человек не ждал. Он же сейчас в жлобе. Ниже ватерлинии стреляет. Да у меня пушка не опускалась ниже ватерлинии стрелять. Я сколько успел в корабль им ввалил дырок наделали. Хотя бы доски у них закончатся, да? Да это... Эх-ха-ха. Не, ну мы наваляли им, скажи же. О, а корабль-то еще жив. Да? Наш. Да, сейчас пойдем. Валим? А, ну он утонул. Как-то, ну, только что. Жив, но утонул? Да, он только что утонул. Вам не кажется, что ваша посудина мелковата? Все равно мы их всех убьем. Ну ты видал, мы их почти победили.
Им просто повезло маленько, что я без патронов к ним занырнул. Так бы я их сейчас всех бы там в трюме и положил. Мне просто снаряды закончились. Так, а где ты говоришь, тебе пришло приглашение? Минус один. Минус кого? Кого ты минус один сделал? Вроде бандитов этих, да? Да. Подожди, я сейчас плыву. Я плыву к тебе на помощь. А, убили. Да все уже. Ну их там трое, что ли. Минимум трое. Но одного убил, пока он дыры латал. Но у них тоже там ты хорошо им накидал. Минус один. Ай, минус я. Я одного завалил у них тоже. Ха! Бешеный ЛТ среди монстров. Да-да. Не, ну видал, сейчас я бац-бац, тыщ-тыщ. Вообще мы их нагнули с тобой. Привет, пират. Тут подраться нельзя, жалко, да? О, смотри, вот он этот, которого я пинал. Да, да. Там баба эта убежала, которую я убил. Ну, пошли. Я воскресился. А пошли опять к ним, а? А все уже, мы на острове, корабль нам верну, поставили. А то уже все, да? Да, мы все уже как бы. Эх, не, ну нормально, двоих-то мы мочканули, да? Немножко отомстили. Маленько. Красавчик. Мы классно им наваляли. Давай в этот. На большой кораблик попробуем? Да. А давай, а как это делать? Ну вот я сейчас выйду из игры. Давай, и пригласишь, да? Не, ну приглашать не мне надо, а тому, кто создавал. А, так ты создай. А то он у меня в друзьях, его нету. Здорово, адепт сна. Привет, привет. Здорово, Иван. Мы пиратствуем тут. Че тут пустые бочки? Слушай, мне надо выйти из игры, да? Получается. Ну, да, выйти из игры. Да. Вышел. Жалко, карта потеряется, да? Без не разницы. Факт. Без разницы, кто капитаном будет. Да это да, без разницы, кто капитаном. Просто у меня тебя в друзьях нету. Видишь, мне не пришло приглас от тебя, Капа. И это, Капа, ты в ТС-ку к нам можешь зайти? У тебя TeamSpeak есть? А у Капы ник как получается? Капа, у тебя ник какой? Артём Ишимцев. Капа, вот ты Артём Ишимцев? Народа а в команде маловато. Ну, приглашаем. Есть. Во, давай в эту. Это, Капа, зайди на YouTube, там под видео есть адрес нашей ТС-ки. Заходи в ТС-ку, я тебя к нам перетащу и поедем. А слушай, а как мне узнать, есть он у меня в друзьях или нет? Как мне найти, а? Ну, тебе приглашение должно было быть, запрос в друзья. А где? В этом, а где? Программка, которая вот это, Xbox получается. Xbox или Store? Xbox, который вот это вот. Xbox. Запускаем. Xbox. Xbox. Включил. Так. А где здесь, друзья? Нету никаких приглашений, не вижу. А где их искать? Может, я не там еще опять? Там получается, где вот это вот крестик, окно. А, Артём Ишимцев, во, вижу. Артём Ишимцев, добавить, друзья. Все, добавилось. О, у меня уже так, два друга. Я приглашение рассылаю. У меня уже два друга. Давай, создал? Да, я приглашение выслал. А где она? Где его смотреть? Ну, вообще, у меня в нижнем правом углу выплывает окошко, типа, вас пригласили. У меня не выплыло. Может, надо назад нажать? А кинь еще раз. Сейчас кину. А сушка, а мой пиратик-то он голышом, что ли, бегает? Санёк Уфимский, здорово. Какой забавный толстяк читает карту. Это, да, это я. Ну как, присылается? Ну, вообще выслал, но как-то... Ну, слушай, нету. А давай я попробую. По приглашению, давай. Давай я попробую сейчас отправить, давай. Давай. И вот. Мой мне. Давай, пригласить друзей. Сейчас,
Сейчас, секундочку. Вот. Ишимцев подтвердить. Приглашение отправлено. Теперь еще один. Так, теперь тебя пригласить сейчас будем. Crazy. Там можно было сразу двоих. Крейзи хомяк пригласить. Прилетело? Да. Вот. А у меня не прилетало почему-то. Санек Уфимский, здорово, привет. Сейчас я посмотрю, зашел Кап к нам или нет. В ТС-ку. Нету пока. Пригласить друга. Сейчас я ему еще раз отправлю приглас. Ну, что ты меня... Тебя выкинуло. Что такое? Что такое? Так. Сейчас, погоди. Я тебе опять отправил? Пока не присылать. А я уже отправил. Прилетела? Да, принимаю. Вот, Ишимцев уже зашел. Какой забавный толстяк читает карту. О, поднять паруса? Да. Поднять паруса. Так, а надо его там нам в ТС-ку как-то. Ну, надо, чтобы он зашел вначале в ТС-ку. Да. Опять-таки, в эту комнату только ты можешь затащить. Да, я могу затащить, но он пока в ТС-ке его у нас нету. Не вижу. Слушка, а там же можно как-то в этой... чатик ему написать, да? Капа, я тебе сейчас на как он называется? Название ТС-ки кинул в чатике на Твиче. Заходи. Прям туда. Да что такое? Отключает от сервера. Отключает от сервака? Угу. Во, помнишь, у меня такая же фигня была? Помнишь, я тебе рассказывал? Да. Вот. И как с этим бороться, вообще непонятно. Пойду наш большой корабль посмотрю, блин. Ночь только. Ой. Ночь. А нам корабля не дали. Прикинь. Ну, ты, вообще, ты в таверне? Да. Я вот вышел. Тут пристань. А, может быть, надо на другую пристань бежать какую-то? Может, просто где-то... меня выкинуло. Я как бы к тебе присоединиться не смогу. А как тебе кинуть приглас? Фиг его знает. Блин, ну да, по новой выходить, что ли, да, получается? Наверное. Ёлы-палы. Да вот. Непонятно. А ну подожди, через этот escape настройки выйти из игры. Настройки. Тут нельзя команду. Команда. Пригласить друзей. О, смотри. А, можно? Да, сейчас я тебя пригласю. Секундочку. Крейзи хомяк. Чик. О, пришла? Да, пришло. Но я как бы решил сам посмотреть кораблик большой. Так что сейчас фиг узнать, может и. О, здоровенный какой. А, вот, пытаюсь к тебе присоединиться. Какой здоровенный кораблик. Мы на этом кораблике всех победим. А где наш друган? Не знаю. Не знаю. Что-то он не заходит. Может, его тоже выкинуло таким же макаром. Он в команде у тебя есть вообще прописан? А в команде он есть. А, ну значит где-то бегает. Может, а, погоди, где команда у нас? Команда. А где тут должно быть прописано? Команда. Ну сейчас найдем. А, нет, слушка, он не прописан. Сейчас ему прикину приглас по новой. Походу его тоже швырануло. Мы швырнули всех. Так, Ишимцев. Всех разогнал. Что за человек? Подтвердить. Нам надо четвертого, и все, и попрем воевать. Ага. Видишь, Антоха жмется. Антоха, давай покупай игру, будем пиратить. Не понял, а что я в тюрьме? С какой тюрьме? На корабле. А как ты там оказался? Не знаю. А как оттуда выйти? Может, открыть ты можешь? Сейчас я тебя попробую спасти. Погоди секундочку. Почему у меня свет не берется? Так, ты в тюрьме, значит. Может, и Ишимцев тоже в тюрьме? А где тюрьма у нас? Его нету, в трюме. Трюм, а как туда попасть? Большой корабль, я тут не знаю дорогу. А, вот, нашел трюм. Вижу карту, тюрьму не вижу. Где тюрьма? Ниже пошла. Еще. А, еще ниже? Ниже. Тут. Он же многопалубный. А где тут вход на нижний этаж? Лифт еще вызови.
О, нашел. Оп. А, здорово! Привет, матрас! Так, а как тебя выпустить-то отсюда? Что такое? Ты не выпускаешься, матрас. Слушка, а ничего не действует? Как? Ничего не светится? Что происходит? Спасите, помогите. Антох, никак. Ой, Юр, ничего? Да, а, слушка, не прогрузилась нифига, ничего нету. У меня вот инвентарь нажимаю, у меня пустые шарики. Какой-то глюк в игре, да? Ты на Е нажимаешь? На Е, на все. Ну вот, на Q нажимаешь, и они пустые шарики. На Q тоже? Да. Как будто ничего нету, прикинь. Ну да, ты лысый какой-то. Жанночка, привет. Давай по новой создадим, давай. Давай. Давай, выйти из игры. Жанночка, привет. Смотри, мы у пиратиков пиратим. Я в ТС. Ага, вот сейчас мы его перетащим. Пытаемся пиратить. Привет, привет. Капа-капа, привет, привет. А смотри, кап, вот этот, как его называют? У меня сейчас какой-то глюк был, то ли чего, я не понял. Мы по новой сейчас соберем команду, давай. Так, приветствую, слышно меня? Во, слышно, да. Привет, привет. Мы по новой собираем команду. У меня какой-то глюк, там никого не видно было. Ой, это, инвентарь пустой был. Сейчас я реконнектнусь. Надо что-то дисконнектить каждый раз. Так. Юр, тебе кидаю. Я. Кинул. Тебя как зовут, кап? Артём. Артём, о, отлично. Все, я кинул вам приглосы, получили? Адепт Снап, привет. Подключился. О, вижу. Артём, а ты подключился? Подключаюсь сейчас. Ага, все. Тогда сейчас вы подключитесь, потом только нажму поднять паруса. Может быть, поэтому там глюк какой-то произошел, да? Не, ну мы же сидели в меню команды все вместе. Вот, подключился. Теперь поднять паруса. Поднять паруса, поехали. Жанночка, давай покупай себе тоже пиратиков. Будем вместе пиратить. Давай. Давай, давай. Жанночка, давай. Ну, смотрим. У меня было такое, помнишь, меня выкидывало постоянно с сервера. Причем игру свернул, развернул, выкидывает. Свернул, развернул, выкидывает. Ты свернул, развернул. А тебе просто так просто выкидывал? Написал. Вот, опять, не удается подключиться к серверам игры. Проверьте соединение и повторите попытку. А это у тебя как произошло? Давай я тебя опять кину. При загрузке. Команда. Пригласить друзей. Артём, а ты заходишь? Да, пока заходит у меня. О. Ты давно много играл в эту игру? Ты тут опытный уже пират. Да куда я? Куда я? Второй час, наверное. Второй час, наверное, пытаюсь освоить. Так, у тебя эхо почему-то. Второй час пытаешься освоить, но это сейчас мы ее быстренько научимся. О! Сверху такой корабль большой. О! Бурундима! Здорово, привет! Спасибо большое! Привет, Дим! Смотри, мы в пиратиков гоняем. Учимся, точнее, пока что. Тац-тац-тарарац. Смотри. Вот, я Артёма вижу, а тебя пока не... Юр, ты получил приглас-то, да? Подключаюсь. Мы пошли корабль пока захватим. Может быть, ты сейчас опять у нас тут в тюрьме будешь, да? Ой, я проверю, карта пропала, нет? Карта пропала, Юр. Какой большой у нас корабль, Жанночка, смотри. Раз, два, три, четыре пушки. Нифига себе, слушка. Вчетвером можно стоять и бабахать, да? Круть. Лампочку надо выключить. Класс. А как парусами здесь управлять? А, ну так же, да? Ой, классно. Юр, ты зашел? Только здесь три паруса станем дергать. Нет, не зашел. Ну-ка еще раз на пригласке, а то опять реконнект. Может, из-за кнопки на мышке, конечно, я не знаю. Команда. Пригласить друзей. Ну слушай, да, тут если тремя парусами управлять, тут с ума сойдешь, да? Или может быть там этот... Пришло?
Да, получил пригласку. А ну сейчас до посмотрим. Тремя парусами, там одного человека хватит. Погоди, сейчас проверим. Тут... Тут, так, смотри, один, одним парусом управлять, другим парусом управлять. А бегать все паруса ставить замучишься. Дай освоить 20. Освоимся, да. 30 минут. Надо больше народу, да. Паруса, меня жаба задует, я лучше какую-нибудь шмотку куплю себе. Жанночка, ты что, шмотница, что ли? Давай завязывай ерундой заниматься, покупай пиратиков. Пиратики вообще норм. Скажи, жабу на живца? Жабу на живца, да. Нет, Вась, не дает вообще. От слова совсем. Блин, а что ж такое-то? Что же делать? Выкидывает опять из этой самой, да? Да. А скинь ты нам приглашение, мы под твоим приглашением. А мне не приходит от него приглас, представляешь? Давай, попробуй. Артём, тебе пришло, да? Сейчас посмотрю. Так, я сейчас, сейчас отключаюсь. Отключился. Так, Артём отправил тебе. А мне пока да, не кидать, подожди. Давай, я шмотница, я лучше посмотрю на вас. Ну ладно, давай. Подожди, пока мне не кидай. Жду. Сейчас я тебе скажу. Грузим, нажимаем любую кнопку. Все, давай, кидай. Кидай. Кинул. Мне не приходит, почему? А ты окно Xbox, там где друзья, выбери. А это в Xbox приходит? Да, да, да. И там будет надпись такая, можно присоединиться. А, так, давай кидай по новой. Присоединиться к Сиа... Вот. Готовы вступить в игру? Да. Да. Да, говорю. А чё он говорит нет? Может загружается, да? Может. Потому что я чё-то почему-то у меня в игру начал заходить уже сразу. Сложно. Всё сложно. Ну ничего, мы не ищем лёгких путей, да? Ну, легкий, конечно, не ищем. Так. Как так, непонятно. Ч. Присоединиться к игре. Хоп. Да. И у меня светится просто да, и все, и ничего не происходит. Вот, вы готовы вступить в игру, продолжить? Да и нет. Вот что делать? Enter нажми. Enter. АО. Открываем список экипажа. Все. Артём, ты зашел? Ну, заходит. О, все, честно. Коробот скромнее берите. Адепт сна, да чего мы на маленьких будем кататься? Мы на больших поедем. На маленьких это детский сад. На маленьких втроем уже нельзя. Да, может только... Кстати, да. Только ну, вот, кстати, неплохо, что ты вдвоем на маленьком, а попадаешь, ну, встречаешь все корабли, то есть тут разделения да. Такого нет. Вот если бы на маленьком можно было бы встречать только большие... Ой, только маленькие, вот тогда бы было нормально, да? Ну, как минимум кто-то, кто-то пробежал. Это Юрка пробежал. Здорово, Юрка. Смотри, Артём, кто у нас жирный, как он. Артёмка жирный, ну. Жирный. Стоять. У нас это общество анонимных обжор. Анонимные жирняи, ну. Так, а мы не взяли никакую эту, как ее, задачу? У меня квест один есть на скелетах. А, но можем пойти, знаешь что, сундуки поискать. Давай. Бери сундуки, поехали. Долго якорь поднимается. Да подожди, сейчас проверим. Сейчас Юрку, так, Юрку надо подождать. А, вот оно. Слушка, а у нас пушки-то заряжены? Нет? У них фитиль торчит, фитиль, если они заряжены. Пушки заряжены, а у нас ядра запас хватит? Не, может у нас... Где запас-то стоит? Ну сейчас стоит? Я побегаю тут. Бананов 5 стоит. А, вон бочечки стоят, по-моему. Сейчас досок у нас 15. Пушечные ядер
Полно должно. 15 штук ядер только, да? 45, 43 почки. Ага. Так, ну я тут ядер немножечко нашел. Сундук с обмундированием. Сундук шикарных вещей, нифига себе. Сундук с боеприпасами использовать. Всего. Сундук со снаряжением. Сундук с обмундированием. Отлично. Так, я взял, короче, задачу на поиск этого. Сундуков. Ага. Это в земле надо будет рыться, да? Да. А лопата у тебя есть? Она у всех есть. Отлично. Плюс я с рыбалки взял еще одну. Все, хорошо. Так. А, уже... смотри, тут пушек, как это, как у дурака махорки. Каких пушек? На корабле. Да, там 8 пушек. 4 с одной, 4 с другой. Вообще нормально. Нам надо ядро, ядров, ядер. Заряжаю. Не, там надо пособирать по острову. Ядер поискать. Может, где валяются ненужные, ничейные. Я ничего не могу найти, ничего не нашел. Да ладно, на острове, на том найдем. Ладно, пойдем, побежали. Артем, бежим, пойдем плавать. Артем, а ты на корабле? А, нет. Не, мы бежим вместе. А ты худей, Вась. Я худей, да? Причем раза в полтора. Колобок. Колобок, точно. А у меня пиратик голышом, что ли, бегает, да? Голосовать надо, да? Да. Все, голоснули. Поехали. Да, лососнули. Голоснули. Так, что теперь делаем? А, якорь поднимать. Пошли якорь поднимать. Ты готов рулить? Поднимаем якорь. Что, пиратам? Пиратим потихоньку. Да, Вэлл, здорово. Пиратим, ага. Изо всех сил. Изо всех сил. Сейчас надо найти остров. А мы уже поплыли. Ты готов? Юр, ты рулишь уже, не? Нет, я не рулю. А кто рулит у нас? А, вот, нам нужны рощебезны. Кто такие рощебезны? Так, я сейчас все провода, говорю, эти паруса подрулю, и мы попрем на всех парусах, чтоб не знаю куда пока. Артём. Артём, рули! Все, на галеоне не так просто, кстати, из-за парусов. Нормально, привыкай. Направо давай, направо. Правее рули, право руля. Направляй туда, север, да, север. Ну, хрен его знает. А, это. Сейчас я скажу. Эске. Понял. Только на смотровой, Да, я впереди рифы и острова не вижу из-за парусов. Наверх кто-нибудь, поднимитесь. Я сейчас поднимусь. Поднимаюсь. А, давай, Юр, ты поднимайся, я на парусах, давай. По карте еще тоже там ориентируй. Я там отметил на карте вот эту рощу. А хотя я на парусах. Паруса, паруса, всем поднять паруса. Так. О, как хорошо. У нас веревка лопнула какая-то. Это я стрельнул. А, это ты стрельнул? Так, нет, а где? А где карта-то, которую смотреть надо? В трюме? В трюме, да. Ага. Правее. Нам надо правее. Правее. А я вижу остров. А, рощи-близнецы нам надо. Не, прямо, прямо. Обратно левее. Все, подплываем. Сейчас по пути прям по курсу будет. Надо половину парусов, наверное, уже убрать, да? Правильно говорю? Да, наверное, надо. Да справа по борту, который. Слева по борту, слева. Слева. Маленький, Вижу, вижу. Юр, ты паруса поднимаешь какие-нибудь, не? Нет. Давай, я вот задние подниму, а ты те оставишь, ладно? На том парусе подъедем. Хорошо? Да. Юр, ты подправь там, может быть, мы не туда плывем уже?
Вот, 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 вот. Так, держи. Прямо. Держи. Точно прямо? Да не ты. Не... А, нам вон к тем маленьким островкам, да, надо? Да, тем этим чепушным островочкам. Прямо руля... Не, чуть-чуть можно полевей, да? Да, чуть-чуть левее. Но он, понимаешь, как ты руль влево выкручиваешь, он потом еще... Это ж тебе не в танк. О, какая потом здоровенная. Привет, Кима, здорово, привет. Смотри, мы тут плаву. Представляешь, какую тут рыбу можно поймать? Ого-го. Ну тут, правда, еще бывает такое, что рыба нас может поймать. Тут этот, как его? Когда Кракен выскакивает. Ну, мы видали, как одного корабля чуть не сожрал. Кракен этот. Ну, хотя бы посмотрели на него, да? Так, я уже вижу остров. Вон он, мы к нему прямо плывем. А мы что-то как-то очень медленно плывем, да? Есть немного. Против ветра, наверное, потому что. Да нет, он тяжелый, у нас сегодня парус. Опа-опа. Рощи близнецы. Ну мы против ветра плывем, смотри. Сейчас показывает. Рощи близнецы, ура. Слушай, Юр, а у нас эти карты потом... Ой, острова, они будут открыты уже на карте потом, да? То есть там уже можно будет посмотреть, где что они как называются там, да? Они и так можно, просто карту приближаешь и все. А, о, вижу в воде добычу. Смотри, плавает добыча в воде. А, нет, это водоросли. Собирай, ешь. Морская капуста. Морская капуста, ребят. Ну что там, якорь бросаем, наверное. Давай еще подплывем маленько поближе. Чтоб быстрее таскать ящики. Тут мелко. Один будет. Ящик. Просто он корабль тоже не сразу останавливается. А, и сам давай поближе, и сам пошел копать, да? Все понятно. Так два, чтоб время не тратить же. Я ж все равно не знаю, где копать, так что. На карте отмечено. О! Друзья твои, любимые, с бочками. И одного убил. Да, я вижу. Кстати, бочку можно забрать. Да. Бочку берем, да? Да. Давай, ты ищи, а я буду это самое охранять тебя, чтобы тебя не убивали. Давай. Я потому что искать все равно не умею. Если вдруг какая-нибудь шкелетятина захочет тебя убить. О, акула тут! Бывает. Смотри, а. Без я в нее попал. Нашел, ура, поплыли его сдавать. А слушай, а сколько надо пуль, чтобы акулу убить? О, я ее убил. Иди сюда, смотри, сейчас сундук выкапываю. Давай. О, а там, кстати, смотри, блестит бутылочка с заданием. Где? Ну давай, о, сначала выкопаем. А, вижу, давай я сейчас сбегаю. А ты пока не копай. Да не копаю я там, пойду сейчас на... Тут курицы. Все, задачу взял, бежим копать. А! У меня пульки кончились. А! Юра! У меня пульки кончились. Да все, он взорвался. Так, я уплыл. Потому что у меня страшно очень. Да возвращайся, я сейчас ящик выкопаю. А, давай. Давай, давай. Все, плыву назад. Василий, привет. Когда ранговые бои катать будешь? Никогда, Алекс, я их катать больше не буду. Я вчера зашел, маленечко покатал. Часик. Тут. Погоди, а ты где? Ой, я тебя... А! Ты меня чуть не взорвал. Меня взорвали. Я понял. Ты что ж творишь? Посмотрев на вашу команду, Кракен осознал, что такую калорийную пищу он замучается с гастритом. Да он нас просто испугался, ну. Отпустите меня, пожалуйста. Давай, воскрешайся, эпично выкопаем сундук. Давай, давай. Очень эпично мы его сейчас выкопаем. Артём, а ты там тоже на острове с нами, не? Нет, я смотрю, там корабль рядом. Я... прыгаю в эту, в черную дыру уже. Все, я на корабле. Сейчас появлюсь. Все, я появился на корабле. Я... А где остров-то? Все, я с острова
А кто стреляет, ты? Да тут скелеты появляются уже. Ночь же, вечер. Блин, что такое могут быть, да? Да. Пираньи какие-то лазают. Я все пули потратил на этих. Да я тоже, я, кстати, акулу. Не знаю, где на Галеоне этот ящик с пульками. Так, все, давай, вот. Где ты? Давай, веди, эпичный. О, ящик. Давай, копай. Ой, не буду. О. Давай, копай, копай. Копай, копай. Шкелет, шкелет. Вон, ломикс. Ага. Давай, копай. Копай еще. Рой землю. О. Все, бежим. Валим. Че, сразу валим сдавать задание, да? Ну, можно сразу сдать. А то нас быть. Опять завалят. Ну, бежим, не, бежим. Не так просто им будет завалить-то. А то мы будем... О, спасибо за подписочку. Кататься только это. От острова до острова. Давай еще один сундук сейчас найдем. Ну, задание же второе есть. Давай попробуем. Так, что, поднимаем пару... Ой, якорь. Блин, темно. Сейчас, погоди, еще надо хоть посмотреть, куда нам. Как плыть. Тут фары включаются? Знаешь, как фары включаются? Сжигай фонарик. Сжигай фонарик. Не, не надо, а то нас издалека видно будет. Да? Да, нас и так, да, видно, нас будет. Так видно будет. Ну, ночью, может быть, не проскочим незаметно. Юр, нашел, куда плыть? Смотрю. Давай. Навигатор. Я пока пульки затаришь пульками. Так, а где тут пульки-то у нас? Вон тут в этом, в кабинете, да? Вот. Сундук с боеприпасами. Все, поправил. Заправился боеприпасами. Не, большой кораблик тут хоть. Интересно, есть где полазить. Кима, привет, я сегодня буду пьяным. День варенья у меня. О, Кима, поздравляю с днем рождения. Привет, привет. Здорово, всего тебе самого-самого хорошего. Самое главное, никогда не болей. Поздравляю, Кимочка. Кимочка. Главное, в воду не упасть, а то я не выплыву. Тут еще же найти, его искать приходится по внешнему виду. Да ты чё? Вот, вот я о чем и говорил, что когда ты первый раз ищешь по внешнему виду, там же это... А, у тебя не написан просто этот самый, название его не написано просто, да? Угу. Вон чё. Я тебе посвечу пока. Поздравляю с днюхай, никогда не болей, никогда не болей, дружище. Чё, он не похож ни на что, да? А название не написано, ой, толстый. То по идее он не должен быть слишком далеко еще. Надо глянуть, может вдруг там нас уже убивать собираются, погоди. Черт. Черт. Как тут? Вот так вот, смотри, так вот, смотри. Я тебе карту показываю, тебе удобнее будет. Вот. Видишь, вот, я тебе ее показываю. Видишь, Юр? Йор. Да, вижу. А, ну ты остров, который с бутылки, да? Ну, давай другой, давай покажу. Другой покажу. Да какая разница-то? Тот с бутылки, он может быть где угодно просто. Да я и это найти не могу. Может, ты найдешь, не знаю. А, во, нашел. Во. Вот он. Вставь пометку. Далеко он? На восток. Ой, на этот, на запад надо. Ровно сзади нас получается. Это надо развертываться, да? А-а-а. Сейчас. А, да он маленький просто. Вот так вообще. Ух ты, над нами северное сияние. Прикинь, зеленое небо. Так, а этот... Ой-ой-ой. Жопу. Млечный путь, не видать? Ой, провалился.
А второй не нашел, да, Юр? Ищу. Так, 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 так. Я аварийку выкручил на всякий случай. И второй нашел. О, отлично. А две пометки нельзя поставить, да? Можно. О, ставь. Кстати, к нам приближается гроза. Сейчас будет весело. Сейчас будет, наверное, шторм. Так, нам, короче, получается, надо на 180 градусов развернуться. На Значит, надо поднимать сначала якорь, да? Нет. Ну да. Сначала якорь, потом паруса. Можно смотри, прям у нас... без парусов развернуться. У нас справа остров, надо нам... Ой, слева остров, нам на него надо не наехать. А мы на месте сейчас развернемся. А как это так делается? Руль выкручивается. И мы на месте будем развертываться. Да, это так нормально. В игре. Нормальненько. А то можно паруса опустить, будет по это, по... Как это, поживее, нет? Нет, так ты будешь плыть, а тут ты просто на месте разворачиваешься. А-а-а. Нереалистично, да? Да, очень. Хе-хе. Хе-хе. Но мы уже почти развернулись, уже можно спускать паруса, да? Нет, мы только на 90 повернулись. Когда уже начнем грабить караваны и похищать женщин? Сейчас, подожди. Мы сейчас хотя бы... Жанночка скачает, похитим. Да это Илюха хочет похищать женщин. И караваны грабить. Так, справа по борту корабль, нет? Корабль, нет? Фонарики, фонарики. Я не вижу. Бежал? Нет, это, мне кажется, остров просто. Все, я спускаю паруса, ладно? Давай, давай. На большом воздушном шаре мандаринового цвета. Мы уже... Плывем во всю. Да. Ой, какие мы молодцы. Бегу второй парус поднимать. Блин, опять врезался кто-то. Так, надо будет только с курсом еще определиться, поточнее. Какой-то звук, и мне кажется, что Кракен где-то хочет нас подловить. Как, мы нормально паруса поставили? Мы красавчики? Юр, да? Да-да-да. Вау. Все, быстро ехаем. Быстро ехаем, вообще классно. Они грабят женщин. Да-да. Грабим женщин и похищаем караваны. Только из-за шторма подруливать придется немножко. Это ровно на восток. Ровно на восток. По компасу держи. Держу. Стараюсь. Корыто держать. Все, я все паруса настроил как положено. Теперь у нас скорость примерно как у Формулы 1. Вау. О, а можно наверх залезть, да? Можно. Давай я залезу. Попробую. Ну, виды, конечно, здесь шикарные. Да. Суперски. Ура! Как я высоко залез. Ящик с флагами. А что за ящик с флагами? Пиратский флаг поднимем? Поднимай. Все. Поднялся? Поднялся. Ура! Ура! Вижу острова впереди. И сзади вижу тоже острова. Слева, по-моему, возле острова стоит корабль, если я не ошибаюсь. Нам остров уводит он почему-то. Из-за шторма, может. Может, еще это. А, нет, это база какая-то. С курса сбились немножко. Главное, китов не видать. Почему-то. Ой, красота какая. Красотища. Ай! Я упал.
Это вот справа по борту маленький, да? Да. Где он? Суп по карте. У кого-нибудь есть бананчик, не? Да, прямым курсом идем. А бананы тут, вот они, тут вот. А где? Где стол, прям вниз спускайся. Этот, с карты стол. А, я забыл, я не могу выйти. Я куда-то, я на балкон вышел на какой-то. Ага. Все, спускаюсь. Карта. Стол, а бананы? Бочка справа там. Возле стены бочка должна стоять. Я не вижу бочки с бананами. Нужна кружка. Ой, там можно рому тяпнуть, видал? Можно. И что будет? Хорошо будет. Да, вот когда... А, вот банан. Так, мы уже возле острова. Да, он кидал. Кидаем паруса. Кидать парус? Второй банан и точно. Поднимаю паруса. Ну, это опускаю, в смысле, паруса. Я тут круги буду вокруг него нарезать. Давай. Такой неповоротливый. Очень. Ну тут видишь, тут еще какая-то тема именно с парусами. Все какие-то. Когда опускаешь, там он лучше. Давай ручник бросим. Рулит. Да бросай, пока не уплыли, на. Американские горки. Поворот, прям как у этих. Как полицейский разворот, смотри, мы сделали. Вообще нормально получилось, смотри. Так, а где же эти пульки-то взять? Вот где же бананы пейером? Они там, где этот самый. Короче, вот где карта, на этом этаже, только в задней все, комнате. Все, там сзади комната есть такая. Вот там в ней. Все, я запасся патронами, пошли мочить всех. Кто готов мочить всех? Йоху! Плюх! Ой, я чуть дно не разбился. Кстати, тут по бочкам можно пособирать еще. О, да-да-да. Бананья. Бананья. Кто здесь ходит? Скелеты. Если что, говори, я их убью. Я научился скелетов убивать. Нашел? Нет? Ищу. Давай ищи, ага. У меня полный этот бочек больше не могу взять. Ой, этих досок не могу взять больше. Главное палить по сторонам надо палить, чтобы на нас не напали, да? Чтобы, если что, вовремя свалить. Нашел? Я уже лопату приготовил. Давай, где копать будем? Вот он. Бегу, бегу. Где, где? Четенько прям, с первой попытки. Давай. Копаем. Роем сундук. Сундук капитана. Хватайте, тащите его на корабль. Я буду прикрывать вас от пиратов. Шкелеты бегут. Да уходи ты в воду, нафиг они тебе нужны, шкелеты. Я прикрываю отход. А то корабль всё. Как он боится, будет ждать. Все, плыву, плыву. Так, нам теперь надо на базу, да? Можно, да, на базу. У вас есть своя база, например, форт, который надо отстаивать. А я не знаю, нет, по-моему, нету здесь такого. Нет, это же сессионка какая своя база. А, Юр, смотри, а вот база, где торговцы, ну вот где принимают все эти заказы, там на нас тоже могут напасть? Да. Да. Блин, это плохо. Ты рад? А где поставили сундуки, если что? В самом низу. Пойдем, ага. Покажу. Давай.
Самый низ. Я спустился рядом с тюрьмой. Да, вот. А, вот вижу два. Золотой, и вот еще сундук. Ага, понял. Все, короче, поплыли, сдавать сундуки. А то нас разграбит кто-нибудь. И все, да? Давай, выворачивай этот. Поднимаю якорь и разворачиваемся на месте, правильно? Осталось еще понять. Куда плыть, понять? Ну, конечно, тут же не на всех островах база. Блин, а ты что, не знаешь, где ближайшая база? Нет, конечно. Опять я не убил эту свинью. Можно вот тут, вот где пушечная бухта, попробовать приплыть. А нас там не запушкарят шкелеты какие-нибудь? Ну, посмотрим. Ну, давай, поплыли. Поднимаем якорь. Давай, я поднимаю. Надо развернуться. Не поднимай. Якорь поднимай. Якорь поднимаем, паруса не поднимай. Подожди. Так, разворачиваемся без паруса же. Так тут поднят парус один. Возьмите кого-нибудь в плен, посадите его в тюрягу. А как? Я не умею пока. Я еще пока... Это голосование. А, голосованием? Юр, ты уже у руля? Да, он сейчас работает. Вау! Че, скажешь, когда парус поднимать, ладно? Я возле заднего паруса буду. Это эскейп-команда. Эскейп-команда. Ага, понял. Выбираешь ник, а потом голосуешь за... Поднимай паруса. А, мы против ветра сейчас поплывем, это плохо. Тут рулище, видишь, делает два, что ли, оборота. Это вообще все печально. Еще разбираться с этим надо. С тем-то я хоть освоился немножко. Поднять паруса. Все, плывем, Юр? Плывем. Ты рулишь? Нет, я сейчас не рулю. Я пока настраиваю паруса для вас хорошей скорости. Все, настроил все паруса, все хорошо. Мы, короче, можем всем навалять. Черная жемчужина. Теперь у нас корабль черная жемчужина. Так, а мы вот рощи близнецов же были, там же сдавали ящик. Нет, мы же там появились. Рощи близнецов мы там. Мы там искали ящик. Мы же второй ящик сейчас нашли. Мы там один ящик нашли в роще близнецов. Да. Вот, а второй. Пушечную, да? Ну да, там вроде причал какой-то, хоть как-то обозначен. Приветик, Алексей, здорово, привет. Мы, смотри, на корабле плывем. А, вот торговцы рядом, вот он остров. Давай, сюда поворачиваем, да? Конечно. Это форпост. Надо поднимать паруса, а то мы сейчас уплывем куда не надо, да? Ну, то есть сворачивать паруса нужно. Давай. Один парус... два паруса убираем, один оставляем. На одном подойдем, и там я его сверну. Артем, ты поднял, да, один парус? Да. Все поднимайте. Да. Поднимаем все. А ты рулишь? Нет, уже якорь пора бросать. Бросайте якорь! О, нормально. Я пойду ящик один сразу возьму, чтобы быстренько поздать его. Я возьму золотой, ладно? Конечно. А я пойду течь проверю, то вдруг уперлись куда. Артём, второй ящик хватай, пошли сдавать. Хорошо. Так, а золотой, кстати, где сдается, Юр? Сейчас. Ну вы оба возьмите ящик. Я уже на берегу с ящиком, ага. Внизу там, нижняя палуба. Я пойду всем предлагать. Дядька, купи ящик, он не берет. Чё? Сейчас, смотри, иди сюда. А, куда? Бегу за тобой.
Вот, видишь, флаг с ключиком. Вот ему. О, дядька, возьми ящик. Бомжу вот этого. Ура, продали ящик! Ура! О, смотри, почти тысяча. 9, вообще, 1-1. Вообще нормально мы торганули, скажи. Нормально. А репутация не, никак? Репутация поднялась, почему? Златорожденцы, 2, 3. Четвертый уровень. Ой, и этот ящик тоже сюда же продался. Ну это такой, это простенький. Дешевый. Сундук отшельника продан. О, какие вообще мы красавчики, да? Вообще да, нормально. А вот теперь смотрите, что я орал. Пойдемте. Пойдем. Че ты орал? Что мы на мель сели? Смотри, как я вовремя тормоз нажал. Ага. Чуть-чуть, мы чуть-чуть не того, да? Да, сейчас пришлось. Вообще нормально. Че, будем еще брать квесты? Пошли еще квест какой-нибудь возьмем. Мы можем еще сундук выкопать, который там нашли остров. Ага. А, да, у нас же бутылка вот есть. А тут есть кланы какие-нибудь или ограничены только командой? Только команда, я так понимаю, 4 человека. Мне кажется, толстяк съел все запасы. Скоро продавать нечего. Нам надо... Мы правда, мы бананы-то не потратили, но нам будет заправиться где-нибудь туда. Сейчас я накидаю еще бананов. Давай я тоже сейчас выложу, тут я нашел. Кстати, у меня и так полные карманы бананами, где они там скидываются. Бананы взять, они не скидываются сюда. Сюда тоже. Нет, вот бананы-то сюда. Куда? А, там. Там у меня показывают, что полное, я выложить не могу. О, у меня кружка есть, пошли бухнем. Надо в руки взять то, что ты прежде чем выкладывать. Надо а у меня кружки бананы. Нет, кстати. Что-то. А у тебя есть кружка? Она у всех есть. А где она берется? А вот это, Q и F, нажми и остальные. Чтоб... Q, F. Остальные кружка, пошли бухнем. Ребята, пошли отметим это дело. А у меня кружка полная написана. Мы как по морю-то пойдем, по морю-то сейчас пойдем. Слушка, я понял, что эхо, у тебя ты, группа, ой, в игре и в ТС-ке один, одна и та же кнопка. Пуш-туталка. Так, жрем вторую. Ты еще кружку, что ли, лопаешь? Да. Икай, ой, как колбасит. Ой-ой-ой, ребята, ой, ай, я в подвал ушел нечаянно. Ой. Ребята! Эй, ой, ай! Ай! Я провалился в подвал. Ой, не могу выйти. Да, в таком состоянии не повоюешь. Скажи. Он даже Я не могу. Я не могу на улицу выйти. Я на лестницу не попадаю. Кого-то стошнило там, что ли? Ай. Кого-то там за борт стошнило, по-моему. По-моему, уже выпал за борт. А, это вот меня со стороны. Это тебя, Юра. Кто-то упал в воду у нас. Человек за бортом. Шмальни в те красные бочки. Не-не-не, ты меня не подстрекай на всякие гадости. Красные бочки, я знаю, что это за красные бочки. Фу, я, кажется, отошел. Напились до чертиков. Тебя еще мотает, что ли? Так, Артём, Юра, ты где? Артём, ты живой? Иди сюда. Давай. Не попал. Алкашня. Не утони только. Все, нормально, протрезвел. Хорошо, что никто не приплыл нас захватывать в это время, да? Зато весело. Да, отметили удачное плавание за бочками, ой, за ящиками. Ну что, разворачиваемся? Поплыли? Нет, а нам сейчас надо задание налево. Да, нам... сейчас. Так, паруса все нормально. Я поднимаю эту якорь. Я тут ем, а они блюют. Жанночка, ты не вовремя есть села просто.
мы там и аппетит чуть не испортили, представляешь? Не страшно. Жанночка, поехали. Поехали, сейчас еще. Давайте каждую удачную попытку. Ой, каждую удачную вылазку будем отмечать ромом. Ага. Я за. Я тоже. Так, паруса поднимаем, да? Сейчас я с курсом сверюсь. Давай, подымай. О, я уже один настроил. Ветер поймал, отлично. Сейчас второй ветер поймаем, тоже бы и попрем. А что мы без света и попрем, и поедем. Электричество экономим, ага. Не, мы это, светомаскировку просто соблюдаем. А, то есть я зря с фонарем хожу. Да. Чтоб нас Кракен не заметил. Нафига деньги нужны? А деньги нужны, чтобы улучшать, ну, красивости своего корабля улучшать. То есть там новую там какую-нибудь кукушку можно купить, чтобы вот на носу там сидела. Что-то, может быть, новые флаги, там паруса какие-нибудь красивые. В общем, это украшение, чисто для украшения, вот. Тём. Кстати, да, да, да. Ты на руле? Да, могу встать. Да. Куда-то плывем? Куда-то плывем, пока не знаю. Там слева по борту город горит. Город? Можно его захватить? Нет, корабль идет. Корабль тоже. Ну там он отошел, отплыл. Маленький, большой, Гелиот? По-моему, маленький. Да, маленький. Поехали воевать. Не, маленьких не будем трогать. Давайте маленьких не будем обижать. А, мы сейчас в остров вопремся. Рули! Давай налево уводи. Пушечная бухта, мы приплыли. Не, лучше тормоз. А попугая и ногу деревянную? А, не знаю. А вы что, бросили этот якорь? О! А мы уже приехали, что ли, да? Да, мы приехали. Мы, кстати... Надо паруса поднять, да? Или оставим торчать их? Как, вообще мы приехали. То есть, ну, Антох, Тём хотел это, корабль заогнать, маленький. Ничего, не, ладно. Маленьких давайте не будем трогать, а? А то будет над ними про нас говорить, как ты говорил про этих. Помнишь? Не, ну когда большой корабль подплывает, конечно, к маленькому не очень приятно. Ну вот, об этом и речь. Так, мы... Выходим на этом острове, нам сюда, да? Сейчас, секунду. Или мы, может быть, на другой остров приплыли, никуда нам надо? Приплыли-то мы на этот остров, только... Только ночью мы ничего не найдем. Ты про это хотел сказать? Не, найти-то мы найдем. Да-да, высаживаемся, да? Да, сейчас, смотри. А. Прыгаем. Так. С жопа корабля. Ага. И вот туда, левее, в левую часть острова. Давай, я за тобой прям лечу. Так, я на шухере тогда. Ага, давай, если что, кричи громко. Колокольчик звонить будет. Ладно, ага. Ты на эту, залез на эту, на шпиль? Да. Юр, я тебя догнал. О, а мне ачивку дали. Какую? Что нам делать с пьяным матросом? До тошноты. Так, нашел ящик? Нет, ящик не совсем тут. А, бежим туда, где он ящик. Я буду тебя, если что, прикрывать. Ты роешь ящик, а я тебя прикрываю, ладно? Да, да. Привет, матрос, как дела? Главное, что выбраться. А то как бы не получилось, что тут только с бухты заходить. А может, он наверху там? Может, и наверху. Вот скелетов я уже слышу. Они там наверху, походу, ходят. Да, наверное, ящик там наверху. Матрос, ищи. Матрос Юра, ищи. Ищи. Ищи, куда нам бежать. Нашел? Нет. А ты решил попробовать покопать? Ну так, да, мало ли. Вдруг все-таки тут.
А там какие-то эти знаки надо искать или нет? Нет, а он на карте крестом обозначен. Где зарыть сундук? А ищи как хочешь, да? Ну да. А есть еще записки? Есть. Да. Когда ориентиры надо искать. А ты что копаешь тут? Червей. Червей копаешь? Тучка над нами не нравится. А думаешь, это может быть... А что это за тучка? Это шторм, он как раз и на нас идет. А, ну мы на якоре же, там... Надо паруса только, наверное, все убрать. Не? Как думаете? Готово. Вот красавчик. Юр, ты нашел? Лезут, лезут. А, Юра! Тебя не зацепило? Не-не, нормально. Я с перепугу шмальнул, а потом подумал. Пошли искать. Давай. Мне кажется, наверху где-то этот. Ну, наверное, скорее всего. Курица. Я стараюсь... О, клетку нашел. О, вот это суперска. Суперска это? Кого поймал? Пока никого. Давай ее пока тут оставим, пойдем ящик на нем. А потом пойдем ловить. Давай. А, поймал курицу. Ха-ха-ха. Ложь ее пока здесь, на обратном пути заберем. Давай. Только запомню, где ты ее поклал. Тут ничего нет хорошего. А может быть вот в этой яме тут и все и лежит. Ничего тут нет в этой пещере, да? Не, нет. Пойдем искать клад. А этот... Смотри, там к дереву приделан был шкелет, я видел. Кто стреляет? Кром. А, я думал, это корабль какой-то на нас там уже нападает. Ты уже копаешь, Юр? Нет, пока. А что ты не выкопал еще? О, курица, курица, смотри. Может быть, где-то вот здесь? А там на записке что-нибудь написано или нет? Не, ничего. Ну, типа там, найдите дохлого скелета. Да нет? Ты также можешь посмотреть, в принципе. Е кнопку нажми и увидишь, там карта у тебя одна единственная есть. А, вот есть, точно. Е. Ничего не написано, ага. Убегай! Бегу, а куда? Убегай отсюда! А что случилось? Быстрее, там скелет. Блин, так я же его убью сейчас. Все дела. Бочки, сейчас. Ты убежал? Пытаюсь. Я его убил. Сейчас, телефон. Так, нам надо найти... Что нам надо найти? Так, блин, тут непонятно, с какой стороны. Это остров, да? Надо как-то нам по берегу искать. Там видел, что-то надо найти. Ух ты, над нами прямо шторм. Смотри, какой красивый. А он уже рассеялся. Он до этого шел, шел и не дошел. А, слабак. Слушка, ну, по-моему, мы не тут где-то с тобой. Блин, понять бы, на каком конце острова мы находимся, да? Я скажу. Еще... Мы Блин. Находимся с севера. С севера. Смотри, с севера. А, мы с севера находимся. Мы не там ищем. Да? Вот и шаг глупый. Бежим? Да, бежим. Если вдруг увидишь, где патрончики, скажи, чтобы подбрать. Ну, чтобы зарядить, а то у меня два патрона я потратил. У меня один вообще остался. Только застрелиться. Курицу надо не забыть. Да вот за ней бегу. Блин, надо было свинью, наверное, ловить. А ее сейчас не выпустить, курицу? А чё, курица дороже? Ой, свинья дороже, да? Да фиг его знает. Свинья родней. А, ну да.
О, смотри, смотри, что-то похожее место нет тут. Тут причал какой-то, смотри, есть. Вот тут, наверное, где-то копать надо, да? Вот вот тут. Не? Видишь? Не, не видишь? Под... Такое ощущение, что это не тот остров. А, нет, тот. Или не тот. Да, по идее, тот должен быть. Не, здесь прям бухта такая. А у нас на маленькой карте ее нету. Сейчас я посмотрю еще. Блин, не очень точные координаты здесь, да? Чтобы искать. А здесь не координаты, здесь просто визуально надо отличить. Вот. Ага. Вот неудобно. Навигатор бы хоть какой-то дали. Здорово, аниме Фанден. Привет, привет. Ага, пиратим помаленьку. Лягушку мне лови, червей, он там копает. Уэлл, смотри, видал? Тут как все серьезно. Я еще ни одного не нашел сам клада. Глеб Егорович, привет, здорово. 7 футов под килем. Спасибо большое. Привет, ребят, всем здорово. Нашел что-нибудь, Юр? Нет, пока еще. Такое ощущение, что вот тут где-то надо рыть, да? Но почему-то не находится ничего. Да? Хоть бы какие-нибудь записки бы там что-нибудь писали, да? Ну какие-то есть вообще квесты с записками там. Ага. Как вот его найти? Мы уже с тобой тут полуострова перекопали. Да. Ну сейчас нам вердикт объявит, тот остров вообще. Или... А кто объявит? Дома. Я сейчас смотрю, да. Давай, ага. Сколько можно уже посадить капусты, мы с тобой ямок накопали. Ёлки-палки. Чем футов под килем? Пока что эти 7 футов у нас не под килем. Нет, это не тот остров. Не тот, а тот нашел? Одинокая бухта, да, он называется. Вот гадство. Валим? Да, а? Сейчас. Курицу только заберу. Хоть давай, забирай курицу. Надо еще корабль найти. А где у нас корабль, не помнишь? Сейчас. Тут курс только. Зато, если что, знаем, где квест на кур делал. Ага. Давай, я курицу возьму. А ты говори, куда бежать. Не, лучше ты это... Давай, курицу я, потому что у меня пулик не осталось. А, давай. Корабль у нас на юго-западе. А мы? Вот, побежали сюда, за мной. Бегу. Жалко, тут какой-нибудь склад не нашли мы, да? Тём, а ты в рыбалку играешь? Не. А мы в рыбалку. Видишь, я тебя спас. Да-да-да. Курица, курица, аккуратно. Ты фиг с ней. Тебя от курицы не надо спасать? Клетка. Хрюшка, хрюшка. О, наш кораблик. А мы тут не спрыгнем. А, нет, спрыгнем. В воду прыгайте. До воды еще допрыгнуть надо. А, я допрыгнул. Ты допрыгнул, Юр? Да, да. Красопед. Все, плывем. А ты нашел, да, этот корабль?
тьфу, остров, который нам нужен, да? Да, я его наказываю. О, супер. Нам еще главное к нему как-то подплыть с той стороны, с которой клад зарыт, да? Глеб Егорович, смотри, какой у нас корабль здоровенный. Так, поднимаем паруса. Ой, поднимаем якорь, давай. Поднимаем якорь. Сейчас я помогу. Давай, давай. Команда толстяков такая вообще, да? Ой. Не, ну хомяка, с ником хомяк было бы глупо создавать. Худым. Да. Да, так, все. Поднимаем паруса или нет еще пока? Я причем специально выбрал еще такую, чтобы рожа пострашнее была. Ага. Правда, когда он танцует, она у нее идиотская, а не страшная. Так, значит, нам вот в эту сторону надо загнуть паруса. Сейчас мы их загнем. Юр, скажи, да, там какое направление по карте к острову? Сейчас. Я пока парусами займусь. Я спереди по курсу не вижу, что там пока находится. Три толстяка и курица, да-да. Так, где-то между N и NE. Вот так. Направо, направо. Понял. Короче. А, правильно, я идиот. Я отвечал, что БН, я думал, тут эта база есть. И поплыли. Пойду патронами заряжусь. А то патроны закончились у меня. Все, готово. Еще правее. Так, справа по борту корабль там. Да ладно, большой? Ну, я не вижу, посмотри. Сейчас посмотрим. А, маленький, о, маленький. Вы не представляете, как руль себя ведет, я даже рулить а не тут могу. Задница, да. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это штормик. Главное, чтоб не укачало. А-а-а! Слушай, может быть, паруса маленько того, а? Да, нам. А то мы сейчас... Да пробоин не должно быть. Давай, а Юр, ты тогда на парусах, я тогда за водой. Да у тебя лучше на парусах получится. Ну давай, тогда я на парусах, ты о, воду. Давай, чё. А, тут пол ведерка-то есть. А, тогда поднимаем паруса по новой. А мы едем за туманом и за запахом. Может, ведро воды оставить, мало ли опять там отъедется. А, не, ну это мы напиваться-то будем потом, когда этот, как его, когда уже выполним квест. Сразу-то напиваться пока не надо. Мы правильно плывем? Юр, далеко да, еще да, до острова? Да. Может, уже тормозить пора? Ты говори, когда поднимать паруса. Остров, нам его по-хорошему бы обогнуть. Справа. Справа по борту, вот, да, вот который справа вокруг, да, плываем? Да, ну я парус-то один тогда убираю, да? Уже там давай. Много можно убрать. На одном уже плыть. Давай, убираем. О! Одинокая бухта. Ура! Вообще мы посмотрю. Ага. Сейчас верхушку плывем. И там будет пляж песчаный. И вот нам там надо будет десантироваться, да? Но там скалы, кстати, рядом. Ага. Так, последний парус пока не убираю, да? Не-не-не надо. Не, можно еще один разложить просто и все. Один поставить, второй разложить. Давай потом на носу поставим. Да нет, нет, я этот по ветру не, просто повернул. Я повернул по ветру парус, так что сейчас этого должно быть одного достаточно. Нет, он может поворачивать. А, ну может быть. Йо-хо-хо, и бутылка рома. Да-да. Соберетесь в клуб по червям. Я с вами сыграл бы.
под червя. Мышь какой, хочешь, чтобы мы ему червяков накопали, понял? Заворачивай, 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 заворачивай. Я поднимаю парус. По полной выиграть. Лодочка впереди, да? Да, лодочка вон. А это, наверное, та же, которая и была, мимо которой мы проплыли. А вот справа возле острова, смотрите, там не эти, не паруса, небольшой корабль там. Сейчас эти поднять бы, это опустить бы. Нет, это не корабль. Там вышка. Ага. Ну чё, всё, десантируемся? Да давай уже. Главное, чтоб акул тут не было, да? Надо было из пушки пульнуться, ну да ладно. Я плыву. Кстати, так и не понял, как. Я тоже не понял, как. Надо попробоваться. Ну, сейчас сундук найдем. Сейчас бы без корабля остались, якорь-то не бросили. А, точно! Вот мы красавчики. А чё у меня он не плывёт-то? О, плывёт. Вздремнуть пару минуток надо. Давай. Юр, а тут что, ещё спать можно? Ничего себе. Юрк, а этот, тут на этом, ты давай ищи, а, сейчас на тебя корабль, эти, будут нападать, когда ты, если докопаешься до этого, до сундука, да? Будут нападать. Сейчас тут змеи еще какие-то. А змеи лучше этим, наверное, ножиком, не? Ой-ой-ой. Ну как, нашел? Нет, ищу пока. Ой, на меня покусала змеюка. Я буду тебя охранять. Еще понять надо, где чего тут. Давай. А, вот, мне кажется, вот сюда надо. Я поищу пока что-нибудь на острове, давай. Давай. О, нашел шкелет. Блин, он с бочкой. Он с бочкой, Юра. Я его от тебя отведу. Убежай. И стрельну. Да я уже далеко убежал. Ай, меня опять зацепило. Кто-то тут роет землю. Я пытаюсь. Это ты роешь землю? Слушка, а ты там, мне кажется, ты не там роешь землю. Или там. Да по идее тут. Думаешь? А мне почему-то кажется, что нет. Впереди так глыба там. Впереди перед тобой должна быть скала маленькая. Есть скала маленькая? Ну, а, вот она есть. Вылетела. Вот она скала. Игра вылетела? Да. Ой-ой-ой. Да, по идее, вот тут должна быть. Блин, а как мы теперь тебя спасем? А ты обратно к нам в катку попадешь, не? Не знаю вообще, я ж приглашал. Фиг знает. Блин. Печалька. Что, загружается, Юр? Да игра-то загрузилась, только я к вам попасть не могу. А ты можешь убиться, и может быть ты попадешь на корабль, не? Можно нет. Так? Я в игру не заходил еще. Да нет, тебя должны заинвайтить к нам сразу же. Да нет, вот я просто. Могу новую создать. А вы можете там кто-нибудь пригласить? А ну-ка давай попробуем. К
Команда. Нет, не могу приглашать. Я пригласил. О, нормально. Пришло? Да. Не могу найти этот клад. Я тут все обкопал уже. Не могу его отыскать. Что? Бегу к вам. Что ты будешь делать? По идее, вроде все правильно, да? Ну-ка. Ну, только... А еще раз скинь мне приглас. Где-то должно быть вот возле стены, вот возле этой, что ли. Готово, Юр. Где-то тут должно быть. Почему-то он не копает. Не находит. Еще ни одного сундука не нашел. Камень нашел. Странное дело, не могу найти сундук. Ну как, Юр, загружаешься маленько? А не пришел приглас? А попробуй просто присоединиться. Не, не получится. На кого-нибудь. Отправлено. Фух, тяжело рыть землю. Добрый вечер огородникам. Здорово, Владимир. Привет, привет. Я не можем найти клад. Он точно где-то тут должен быть, но мы его не можем найти. Что-то. Какой-то не фартит. А сколько примерно расстояние надо копать от ящика, чтобы он обнаружился? А, Юр, не знаешь? Нет. И, короче, приглашение так и не пришло, я через вас конечно. Ага, давай. То, что на берегу клад закапывает. Ну тут у нас карта, смотри, по карте прям нарисовано, что вот тут на берегу должен быть клад. Хрюк, как тут свинья. Сейчас какая-то. Юра подцепится на карте на большой, посмотрит, с какой стороны мы стоим. Ага. Да, кстати, хороший. Вообще с той должны стоять стороны. Да. Главное в тюрьме не оказаться. Ага. Выше ищи. А где выше-то? Наверху, на этой самой, что ли, выше? Тут, там камни. Но мы стоим с этой стороны. С нужной, да? Да. Так, клад вот у этих камней где-то. У каких? А я тебя не вижу. Сейчас. Ой. На гармошке сыграть, да, наверное? А, вон, я тебя вижу, ты наверху. А я внизу еще, на берегу. Вот, и с этой стороны, вот где-то здесь должен быть клад. Да, вот с этой стороны, вот. Ой, мы тут... Стиля. Мы тут все перекопали, может быть... Фитиль зажег, помогите, спасите. Убежал? Нет, нет, не убежал. Ёлка-лопалка. Мне тяжело бегать-то. А, это, вы там наверху копаете, нашел, что? Нашел. О, ура, 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 все, я на корабль побежал. Если что, я на стреме. Или тебе помощь нужна? Не, не надо. Блин, чё ж они не сказали-то, что надо наверху? Путешествие закончено, а чё такое? Ну, сундук нашли, вот и закончено. Сзади, Вася. А!
меня укусить успел. Блин, я не заметил, что он сзади. Ага, там злочки. Тебя не задело? Ну так, чуть-чуть, нормально. Вали, вали. Беги, толстый. Толстый, беги. У меня две пульки. Если что, я отпугну. Да-да, мы тут. Михаил Светлов ту-ту. Да, ту-ту. Нам теперь надо порох промочишь. Да, он тут нормально стреляет таким порохом, все хорошо. Так, где тут лестница, чтобы залезть? Вот-вот-вот. Лезть. Полезли, полезли. Так, ну чё, плывем, сваливаем. Я поднимаю якорь сразу же. Да. Ты там ищи, куда нам рулить надо, ладно? Ну тут вот заповедный форпост есть, прям рядышком. Можно на него прийти. Давай. Посмотрим, что там есть. Мы там не были еще, да? Он прям по прямой. Эх, хватит жрать-то уже. Здесь они сдали. А он у нас прямо по курсу или сзади, или спереди? Прямо. Чуть левее. Прям против ветра плыть придется. Ну да ладно. Ну ничего страшного. Кто икает у нас тут? Не знаю. О, не знаешь? Кто икает? Какая война в команде три чела? А где война и абордаж? Адепт сна, но у нас пока что еще, во-первых, никто не встретился, это во-первых. А во-вторых, пока что страшновато маленько. У нас мало. Не, ну не то, чтобы страшновато. Не, ну нас просто мало. Мы можем, конечно, повоевать. Мы вначале там воевали, даже Кракена видели. Издалека, правда. Он нас побоялся, испугался и убежал. Не, Кракен, конечно, прикольный. Такие у него лапы вообще, да? Здоровые. Не туда. Прежде чем воевать, надо привыкнуть к управлению. Да, надо немножечко научиться там. Ешь банан, ем банан. Все, съел банан. Все, я поправил здоровье. У нас есть козырная карта. Какая? Иди сюда. Где? Бегу. Где? Я готов. А что случилось? Чё? Вэлл спросил. Я с ядром улетел, бросайте ядро. А сейчас русалка появится. Я не хочу с русалкой встретиться. Про червячков Вормс, которые... А что это за Вормс такие? Вэлл, спасибо большущее, спасибо, Володь. Слушка, а это... Юр, а как ты забрался в этот самый... Это не я забрался. В пушку. Я поднимаю, ой, убираю. Это, Артём, а как ты забрался? На это, на кончик смотришь, и там появляется залезть. Да? О, все, русал. Пушечное ядро вынуть есть, а залезть нету. Вот, а ты вынешь его, и сам вместо него залезешь. А, вон чё. А, да-да-да-да. Вон, кораблик маленький стоит. Но мы маленьких не будем обижать. Да? Да я бы не стал. Хотя эти маленькие, они же такие говнистые бывают. Сами могут на нас напасть. Как мы примерно, да? Ну мы можем им на борт парламентера отправить. Парламентер? Лёх, согласись, норм тема для коопа.
Это 2D червяки, прикольная старая игруха. Ему уже лет 15. А я такой не знаю, не знаю я. Ну это Worms там, и 2D были, и 3D. Ага. Не-не, я не играл в такое. Я не умею. А на древе... Дай. Так, мы уже подплываем? Да, уже прям рядом. Этот, надо курицу сдавать и сундук сдавать, да? Да. Все. Кто побежит сдавать? Курица той, у которой флажок с глобусом. Ага, понял. Так. Сейчас я возьму, что там мне попадется. Мне ничего не попалось, а где все? Якорь нужен. А где вся наша добыча, ребят? А, всё вон наш. Спрятано. Вон нашел. Якорь. Вот это мы молодцы, скажи же. Я спер сундук, бегу сдавать. А я курицу сдам. Давай. Ну, кстати, хорошо, что делится на всех, как бы. Да, получить. Это хорошо. Чтобы не, что не один получает денежку, а ну, все. Да, ну потом... это вот кооп, вот это вот этим хорошо. Одному, конечно, ты столько не нафармишь. Так, а где этот чувак-то, которому надо да, сдавать? Курица дешевая. С ключиком, да? Все, я сдал да, что-то. Да. О, репутация, торговый союз. Ну там еле-еле. 725 серебришка. Вот это мы молодцы. А курица вообще копейки. Копейки? Эх, жалко. Репутация у нас вообще золотоплатежница, смотри, а. Как подросла вообще хорошо, дай. Да. Он смотрит в трубу. Я видел, этот человечек тут был, тоже сдавал что-то. Интересно, с ним можно поговорить, не? А как тут эти вот за... подружиться, помахать? Э-э-э-э-э. Привет, чувак. Блин, а я в одних трусах бегаю, что такое? А как перестать махать? Все, помахали, побежали. Подружиться можно, смотри. Подружиться. Давай дружиться. Такс. Так, сейчас кое-каких припасиков еще соберу. Давай, а я тоже сейчас поищу припасиков каких-нибудь. Мы никого не убили, мы молодцы. Правильно? Ну, не все с этим согласятся. Почему? Ты хотел кого-то убить? Я? Да нет. Бананов набрал? Отлично. Надо пока ничего не покупать. Мне Олег подарил рейнджеров, я завтра в них буду рубиться. А чё за рейнджеры? Надо было скелета сдать. Какого скелета? А скелет это у нас череп утонул вместе с корабля. Да, у нас там воскресенье, Alan Wake будут... буду проходить. О, я не знаю, что такое Alan Wake. О, тут смотри, какая большая кружка. Тут, наверное, много рома. Чё, пошли бухать? Можно. Так, время-то у нас сколько? 4 часа. О, уже 5 часов. Ребят, давайте сейчас набухаемся и, наверное, будем заканчивать стримчик. Надо мне отдохнуть. Передохнуть. Слушка, вот это же все не пропадет, что мы тут на это самое наловили, да? Ну, не. Денежки, вот это все не пропадет, да? Нет. Че, идем бухать? Ребята, вы готовы? Да, сейчас. Ой. Где моя большая кружка? Вот она. Че, пойдем на палубу или здесь будем лопать? Да на палубу, наверное, лопать. Пошли на палубу лопать.
А что я? Ну, за... Пропадет только вот это вот. Ядра, доски, все. Ага, что-то. Понял. Ну, за рыбалку. Оденься, а то не солидно. Надо будет одеться, что-то я в трусах в одних бегаю, да? Ну, мы молодцы. Пошел я за Ромом. Давай. Где Ром? А, кто тут упал? Я налил полную кружку, пошел на палубу опять. Принц, набухались. А я сейчас танцевать буду. А он танцевать не может, когда пьяный, прикинь. Вообще эмоции не может изъявлять. Ага. Это кого похорошило? А, да и тебе тоже неплохо уже. Не, я не стал. На славу отметили выполнение страшного коварного задания. Блин, барабан удобный. Не, ну слушай, прикольная игруха, скажи, Юр. Вот так вот играть в толпой вообще классно. Когда соберешься, если толпой вообще нормально будет. Лай-ла-ла-лай-ла-ла-лай-ла. А мне интересно, что будет, если вообще ты нажраться там в усмерть? Не знаю, давай попробуем. Так. Кружка, вот, где моя... Вот завершение-то. Да, где моя большая кружка? Ой. А так, конечно, было бы народу вот так вот. Нам надо, ребят, нам нужны еще добровольцы. Потому что, как бы, ну, если они будут заходить, то есть будет тебе смысл, ну, почаще да. Стримить. Со зрителями так же, если у кого будет, еще так же будем. Не всегда же дома. Да. Работать больше времени провожу. Чтоб тебе там не скучать, а всегда было с кем поиграть. Ну да. Если у кого, ребят, есть игра такая, добавляйтесь в друзья. Будем это пиратить помаленьку. Та-та-ра-та-там. Та-та-ра-та-та-ра. У меня уже третья кружка пошла. Я вот уже четвертую начал. Но я немножко протрезвел. Так-то можно в червей зарубаться. А я не знаю, Илюх, покажешь потом, что это за игруха про червей, ладно? Хорошо? Юра, пусти, дай пройти. Я не могу, я ничего не вижу. О, все. Ты че на меня наблевал? Алло. Мне на весь экран блевочит, да ты че? Юр. На меня наблевал, Юрка. Вот это мы отпраздновали так. Не надо на меня. Какой кошмар. Что там за торжественный салют? Пушки испытывают. А, Васька заблевали, да? Юрка! У меня есть кружка, куда же блюет. У меня такая же фигня. Праздник удался, в общем. Ой, я в карту зашел ненарочно. Ой, на карту наблевал. Вот это мы погуляли. Какой ужас. В общем, ребят, на этой радостной ноте будем заканчивать стримчик. Вот. Кто-то за борт упал у нас. Кто за борт упал? Оно трезвит, хорошо. Да?
Тёмка, ты свалился? Да. А, он с ведром пришёл. Да, он хочет испортить нам праздник. Да-да-да, давай на него наплюём. Давай на него наплюём, точно. Иди-ка сюда. Тёма, иди сюда. Я спрятался. Ты в домике? Чем у тебя... Блин, на меня кто-то наблевал. Так, а как отсюда вылезти? Я не могу. Сейчас мы тебя наблюем и стрельнем тобой, а погоди. Он в ядро залез. Так, я на него наблевал, кажись, сейчас мы его пульнем. С блевотиной прям туда. Эй, Юр, тебе что, плохо? Давай я тоже залезу. О. А можно самому стреляться? Стрельнуться можно? Ну-ка, да. Я сейчас стрельнусь. А что надо нажать? Ой! Струльнулся точно. Привет, ребят! Здорово, ребят, как дела? О, русалка приплыла. Так позвали в одну команду зрителя, заблевали его. Ну. Русалка. А где русалка? А вот дым из нее идет, смотри. Она машет клешней, смотри. Вау, хорошая, а то на монитор наблюет. Короче, это у вас будет обряд посвящения, да-да. Будем принимать в команду так. Дожираться. Да, нажрался из пушки. И обливать. Не, облевывать. Из пушки выкидывать. Вот это будет обряд посвящения. Фу, ну чё, мне понравилось. Весело было, скажи, Йорк. Как да. Тебе? Понравилось? Я попробую только через остров перелететь. О, давай. Блин. Бах! Ха-ха-ха, долетел? В воду приземлился, через остров перелетел. Нормально. Ну-ка, я сейчас попробую тоже. Я лечу и пью ром, прикинь. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вась, на нижней палубе глянь, вода. Вода на нижней палубе. Да Ярик, ну ничего, пускай. К дождю. Ну пускай, мы уже сейчас будем заканчивать, так что как бы наплевать на воду. В общем, вот. Там не совсем вода. Не, это не вода, это наблевали. Заблевали всю нижнюю палубу. Вот, ребят, спасибо большое всем, кто смотрел. Вот, спасибо, парни, вам, что покатались со мной. Юр, тебе, Артём, тебе спасибо. Слушай, Вась, еще хотел. Смотри, есть же разные эти внешние виды корпуса там этого, ну, ага. Парусов. И стоит это все, ну, прилично. Ага. Корпус 70 тысяч, там, паруса, ну, есть 70, есть за, вообще корпус есть за 140, ага. Адмирал. Ага. Ну мне вообще нравится вот этот охотник на акул, такой черный. А где их посмотреть? А это вот тут, где на пристани такая тетка стоит. Толстая. Да, сейчас подойду к толстой тетке. Конечно, паруса мне не очень нравятся, который охотник на акул, но тут есть просто черные паруса. Тетка, показывай. Так, посмотреть товары в лавке Шерри, да? Товары в лавке Шерри. 70 тысяч. О, с акулой. Носовая фигура типа охотник на акул, да? Да. Носовая акула салаги. 70 тысяч все стоят, нифига себе. Ну, есть вообще по 140. О, 140, вот как называется. Типа салага. А почему салага? Парадные, ну, паруса типа адмирал. Типа сарлага. Вообще мне вот, ну, по расцветке прикалывает черный вот этот охотник на акул. Охотник на акул, да, с акулой на носе, да? Да. А, ну, это только носовая фигура. Ну, это носовая фигура, черный корпус. Во. И черный корпус, ага, классный, да. И, в принципе, к черному, к такому даже неплохо бы подошли вот эти паруса обычные такие. Просто да. Черные. Да. Черные паруса куплены. У тебя есть уже? Да, я только что купил. О, нифига. А, 2500 они стоят, да, точно.
7. А это флаг. Флаг охотника на акулу. Да, точно, точно. Флаг. А паруса 7 тысяч, ага. Как не, ну, флаг как бы смысла нету брать. Проще пиратский поставить. Да, пиратский круче. Паруса вот с этой пасти тоже как-то не очень. А так вот... А слушай, а паруса применяются только когда этот создаешь команду, да? Ну, то есть, понятия, вот ты, к примеру, при нет, это... смотри. А как? Вот, видишь, вот тут сундук корабельных украшений. А, вот. В этом, на корабле, да? Нет, нет, нет. Ну вот, даже вот тут вот. Вот сундук стоит. Ага, понял, понял. Сундук. И ты нажимаешь, когда там можно поставить. Ага. Выбор, то, что есть. Надо будет купить черный корпус и черные паруса, и будет черная жемчужина. Ой, я провалился в воду. Ну, паруса черные уже куплены. Можно кто-то на носовую фигуру там будет копить. Ну, так что... Да. Давай, я буду копить на корпус, ладно? Давай. Договорились? У меня... Так, а паруса поменялись? Да. Наверное, да. Сейчас распущу. Распускай. Совсем распустился. Да, черный. Черный с красным тоже корпус такой прикольный. Адмирал, ага. Типа. Ага. Ну прикольно, надо только будет накопить. Это надо много будет этих выполнять заданий, да? Ну да, и плюс еще тут же можно шмотки себе покупать другого вида. А пушки получше нет, нельзя, адепт. Тут только чисто скины меняются. Преимущества они никакого не дают. Да, то есть все в одинаковых условиях. Просто меняется скин, типа, ну, вид просто, и все. Вот. Все, ребят, на этом заканчиваю. Спасибо большое всем, кто смотрел. Приходите еще на стримчики, пиратиков будем стримить. Если наберем побольше народу, ну, будем играть с ребятами, с зрителями. Вот. Ну, в общем, вот. Ну что, все. Спасибо большое. Всем пока. Удачи. Юр. Покедова. Да, давай. We'll be right back.
Thank you.